В різні епохи та в різних цивілізаціях були свої цінності, але в різні часи завжди в ціні були знання. Жага до нових знань дозволила людству створити світ таким, яким він є зараз. Тому в рамках проєкту «Змінюючи себе і Україну» ми презентуємо вам нову рубрику «Розвиток». Лекції та семінари, тренінги та дискусії, цікаві лектори, непересічні особистості та багато цікавих знань та досвіду. Все, що потрібно для розвитку саме вашої особистості. Добрый день. Я сейчас предлагаю перед тем, как мы разогреемся и начнем, немножко познакомимся и войдем в суть. То есть данная встреча сегодня, будем ее так называть, она будет скорее построена по принципу диалога, потому что, я думаю, вы все уже пришли с какими-то базовыми пониманиями, что-то у вас есть вопросы, потому что наверняка есть определенные цели. И было бы хорошо, чтобы вы могли получить ответы на эти вопросы и узнать те нюансы, ради которых мы здесь. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы. По поводу изменений. Все помнят, 4 августа там в течение 5 часов был недоступен сайт ВКонтакте. Не замечали такого? За 2 часа хэштег ВК «Живи» в топ мировых вошел. ВК «Живи». А в чем? Везде. Facebook, Twitter, Instagram. То есть этот очень быстро поднялся этот хэштег, распиарился. Суть была какова в том, что... А кто знает причину, почему был недоступен сайт в течение 5 часов? Опять программист. А? Интернет. Да, обрыв кабеля. Пресс-секретарь объявил, что произошел обрыв кабеля между дата-центрами, и таким образом сайт ВКонтакте во всем мире стал недоступен на протяжении 5 часов. Этот, прошу заметить, сайт топ-22 в мире, и наверняка у этого сайта есть очень уязвимый один кабель, который к этому всему привел. То есть я в эту версию не очень верю, так же, как и год назад, когда были сбои, что там жара, и сервера перегреваются, и, соответственно, пошел сбой, там нигде же кондиционеров нет, правильно, и кулеров. Поэтому у меня есть другая версия. Версия того, что заливались новые фильтры, новые лимиты. И, собственно, я эти фильтры испытал на себе, потому что тестирование фильтров началось еще 30 августа. Если вы заметили, кто активно сидит, уже начиная 30 августа появилось очень много собачек, заблоченных юзеров, таких юзверей так называемых. И групп особенно тоже. А вот после обновления 4 числа пошли мониторинги 5, 6. И, собственно, я в результате этих всех проверок оказался вообще чистым и удаленным полностью из ВКонтакта. У меня было 11 аккаунтов, это страницы ВКонтакте зарегистрированы. Да, некоторые достигали 10 тысяч друзей уже, некоторые по 6, по 7 тысяч. Ну и группа у меня была одна основная, с помощью которой непосредственно я взаимодействовал с людьми, оказывал услуги. В общем, с помощью которой я делал свою деятельность, зарабатывал деньги. Ну и вот 6 числа утром я просыпаюсь, удалено 10 из 11 страниц полностью, безвозвратно, то есть без жалобы, без ничего, группа удалена. И заблокирована одна страница на месяц. Причем самое интересное, что из 11 страниц удалена 10, а заблокирована одна моя основная. То есть я могу предположить, что очень умный интеллектуальный модуль внедрен, который действительно распознает настоящую страницу. Это я к чему веду? Что благодаря вот этим изменениям стратегия развития, она очень сильно поменялась. Буквально она меняется на глазах. Поэтому большинство вещей, которые я планировал по развитию, по инвайтингу, непосредственно по приглашению вам рассказать, сегодня я их косвенно затрону, потому что их нужно тестировать, их нужно проверять. Но одно вам скажу, если вы используете один и более аккаунтов со своего компьютера, меняйте прокси, меняйте IP, потому что они вас видят, и малейшее нарушение с вашей стороны блокируется. Причем сейчас, если раньше просто блокировки, сейчас идет полное удаление. Я предполагаю, это все идет к монетизации контакта в плане того, что
чтобы люди привлекали людей в свои сообщества не путем инвайтинга, приглашения, как раньше это было массовых рассылок, а для того, чтобы больше использовали таргетированную рекламу. Все знают, что такое таргетированная реклама? Это реклама, вот, которая, сейчас я покажу, ВКонтакте. Ну вот здесь сбоку всплывающие такие рекламочки, да? Вот они непосредственно призывают к действию. Вот это и есть, это платная реклама, и она платная для доход получает из нее ВКонтакте. Вот, для нашей встречи, ну и для дальнейшей моей деятельности, я действительно, ну, я же не буду останавливаться, зарегистрировал новый аккаунт, новую группу создал, наполнил. На примере нее я также сегодня буду показывать. Мне одно интересно понимать, что все из вас зарегистрированы ВКонтакте и знают интерфейс полностью, ну, как он устроен, основные принципы. Просто от этого зависит то, насколько мне строить диалог, чтобы понимать уровень. То есть я в целом сегодня не рассчитываю давать понимание, что такое социальная сеть, насколько она важна и как легко и удобно и доступно и важно продвигать свой бизнес в социальной сети. То есть для такого, чтобы эту тему быстренько закрыть, скажу, что по официальной статистике ВКонтакте сайта, если брать их группу разработчиков, более 70% украинцев, которые сидят в интернете, то есть любой человек, который вообще заходит в интернет, более 70% пользуются сайтом ВКонтакте. Поэтому актуально, есть ли наши целевые аудитории или нет, ВКонтакте делайте сами, потому что в Украине это топ-2 посещаемости. Вообще в странах СНГ это топ-2 по посещаемости сайт. Google. Такой вопрос. А в связи с последними событиями в Украине никак не связано? Там вот, но все-таки это российский сервис. Не понимаю, в чем вопрос. Ну, в том, что вся информация хранится на дата-центрах в Москве. Вот. Ну, по всему миру. Ну, я вам скажу, что в момент, еще год назад я наблюдал за его рейтингом Алексы, мировым рейтингом, это было 37 место, то есть он скатился, сейчас 22 место. В Украине топ-2, ну, не знаю, я, ну, есть, которые патриоты, там ура, патриотизм, и поудаляемся, перейдем в Facebook. Но в целом люди остались ВКонтакте, и они там сидят. Поэтому это большой, самый большой ресурс из социальной сети, который покрывает. Вот. Это не означает, что не стоит пользоваться Facebook или Google Plus или другими сетями. Это просто означает, что этот инструмент доступнее и удобнее всего. Неприятно, конечно, то, что зажимают возможности, их все время уменьшают, они становятся более платными, вот. Но тем не менее они есть. И поэтому я рекомендую для начала, чтобы понять, что есть ВКонтакте основные такие направления. То есть есть аккаунт, да, это страница зарегистрирована пользователь. Вот я пока покажу, вот это аккаунт, это мой вновь зарегистрированный. То есть вот это есть аккаунт, это страница пользователя. Есть группа, с помощью которой мы можем осуществлять свою деятельность. Почему я не рекомендую заниматься продажей товаров и услуг? Я так полагаю, в целом здесь всех большинство интересует как раз именно продажи, правильно? Как осуществлять с помощью контакта. Не продавайте свой товар напрямую из страниц, потому что в силу новых фильтров, новых модулей, которые внедрили, так как я общаюсь с SMM-щиками, веду видеоблог на YouTube-канале и в Фейсбуке, мне начали присылать и знакомые, и незнакомые кучу материалов, сколько они групп потеряли, сколько страниц они потеряли. И вот один парень, он просто пришел в отчаяние, я не знаю, как он отошел от этого стресса. Он занимался продажей Apple техники через страницу ВКонтакте, но у него не было группы. Он продавал только все через страницу ВКонтакте. Страницу удалили, потому что по правилам контакта запрещено продавать через страницу. Поэтому если вы ведете коммерческую деятельность, я вам рекомендую, дабы не потерять страницу, потому что рано или поздно проверка дойдет до каждой страницы. Я рекомендую перемещаться в группу и делать все через группу, потому что контакт разрешает и допускает единственный вот инструмент продажи – это через группу. Теперь я предлагаю перейти к группам. То есть группа – это единственный основной инструмент. Почему не страница компании? Потому что страница компании, она ограничена по приглашениям. По приглашениям она ограничена в таких рекламных кампаниях, рассылках. Я потом покажу, в каких, а непосредственно на встрече. Группу для начала буду показывать свою на примере, а потом перейдем к другим группам, которые, и не закрываю здесь, которые используем. Создавать группу, то закрытую группу, чи как открытую страницу? Вот, создать сообщество, группа, создать, ну, здесь название.
создать, и в целом этого будет достаточно, нажимаем «Сохранить». Я еще в таких случаях, когда создаю, делаю материалы ограниченные. Материалы делаю ограниченные для одной цели, чтобы реализовать графическое меню. Все знают, что такое меню группы. Да? Ну, в общем, я сейчас покажу два примера группы. Вот так выглядит обычная группа. Ну, обычная группа, которая, скажем, у большинства, у всех, кто ведет, выглядит название, аватарочка вот такая незаурядная, ну и, собственно, сама группа. Эта же группа, эти люди, они из Новосибирска, они занимаются прокатом авто. Заказали, ну, мы с ними сейчас сотрудничаем, они заказали у меня дизайн. И сейчас очень модно пошло создавать именно дизайн, потому что пошло новое веяние лендинг-пейджев, может, кто знает, это посадочные страницы, для того, чтобы закрывать людей, ну, на продаже. Это намного легче. Но столкнулись с тем, что, получается, начали использовать сайт ВКонтакте для того, чтобы перенаправлять поток на лендинг-пейдж. Теперь есть такие возможности, когда можно реализовать, по сути, посадочную страницу в самой группе ВКонтакте. То есть не нужно никого никуда уводить, люди остаются здесь все на месте, в удобном, адаптированном месте, только нужно графически оформить свою группу, то есть сделать ее такой, чтобы она была продающей. Вот смотрите, эта же группа, сейчас она выглядит вот таким образом. То есть у нее есть уже графическая, вот это называется аватарочка, да? Вот это называется баннер. Баннер, он переводит нас на меню. И вот здесь уже внутри этого меню мы можем реализовывать полноценный сайт с блоками внутренних переходов абсолютно как нам нравится. Вот сейчас я покажу внутри. Это, ну, скажем так, эта группа находится сейчас в разработке. Страницы уже готовы, но не все залиты. Вот, допустим, если мы нажимаем на автопарк, мы попадаем на страницу, где, не выходя из контакта, мы демонстрируем полностью сайт. Причем ссылочки кликабельные. Мы вот нажимаем на машину, мы можем посмотреть фотографии этой машины. Да, возвращаемся дальше в меню, хотим заказать. Нажимаем кнопочку «Заказать авто», попадаем на переписку с человеком. Ну, у нас диалог с ней есть, потому что мы ведем. Попадаем непосредственно на переписку с человеком, у которого мы можем это заказать. Вот. Ну и таким образом можно реализовать любой дизайн. Любой дизайн, сделать его кликабельным, перевести на любую страницу, или же внутреннюю страницу ВКонтакте, или же на внешний ресурс. Вот это сверху, эта штучка называется блоки переходов. Это для того, чтобы мы каждый раз не закрывали и не заходили заново, вот, к примеру, условия аренды. Данные страницы, они еще не залиты. Вот сегодня они зальются. Но суть в том, что можно вот переходить между страницами вот таким вот образом. Более подробно, к примеру, давайте я покажу на примере своей группы. Это новая группа, то, что я успел за эти 2-3 дня сделать. Вот таким образом она выглядит. И вот выглядит меню. Вот есть меню. К примеру, если я нажимаю «Заказать», у меня есть заказ, я попадаю на переписку с собой же. Ну, то есть другой человек. А вот эта интерактивная группа, она создается, используя инструменты сайта ВКонтакте, или это необходимо через какие-то другие инструменты делать? Через сайты ВКонтакте, его покажу сейчас. Вот, вики-разметка, здесь кодом все заливается. А, то есть это нужно кодировать его, правильно? Ну да. Вот. И непосредственно вот у меня уже идут реализованные страницы внутренние. То есть кто знаком с лендинг-пейджем, она делается по принципу, ну, я рекомендую делать по принципу лендинг-пейджа, потому что можно делать просто набором текста внутренней страницы. Но намного симпатичнее смотрится, когда идет визуализация с картиночками, с иконками. Вот. И здесь можно все это полностью визуализировать и показать. Таким образом, что это нам дает? Нам дает это оформить здесь полностью свое коммерческое предложение. То есть вплоть до того, что можно сделать интернет-магазин. Абсолютно можно любой интернет-магазин сейчас сделать с помощью контакта. И при этом наша стена, ее мы можем теперь использовать полностью для контента, то есть для постов, для привлечения внимания, потому что если мы будем основную информацию размещать на стене, как многие, вот, допустим, в этой стене, да, они разместили информацию о своих автомобилях здесь, и теперь они не могут никакие посты делать, потому что, ну, автомобили их уйдут вниз, и их никто не будет видеть. А другое дело, когда их автомобили, вот, находятся в меню, и это меню находится все время здесь сверху. Так, здесь понятно. Теперь... Человек, который не разбирается в коде, невозможно, да, вот сделать дизайн самому? Мышкой надвигать нельзя? Ну, случайно не получится. Программы, которые можно...
без знания кода, да, создавать? Графические, да, да, да. Да, здесь без знания кода не получится. Ну, вот, допустим, я занимаюсь как раз непосредственно тем, что я людям создаю меню. Создаю и дизайн, и внутренние страницы, и оформление, и стратегию развития ВКонтакте мы продумываем. Есть другие специалисты, есть люди, которые пытаются сами в этом разобраться, пробуют. Ну, много всего есть. Вот, допустим, есть у меня с прошлого семинара девушка, она занимается, у нее была своя группа, у нее была, ну, обычная аватарка, тут была такая буковка В и все на белом фоне. И это, ну, мы решили сделать ей дизайн, мы сделали дизайн, это вышивки, иконы, эти рамки для вышивок, для икон, для картин. В общем, они занимаются, это как багетная мастерская. И сам принцип меню, здесь можно смотреть, его можно реализовать переходом на сайт. Вот мы нажимаем, и мы попадаем на сам сайт. Причем группа оформлена в стиле сайта. Я вот рекомендую те, у кого есть сайт, оформлять в одном и том же стиле. Посмотрите, видите, атмосфера, она сохраняется. То есть, чтобы человек уже адаптировался, ему легче было переходить на сайт. Потому что для того, чтобы, ну, потому что основная деятельность ведется на сайте у них. Вот смотрите, расчет стоимости рамки – это внутренний калькулятор. Вот, который здесь все считает. Этого мы не можем реализовать ВКонтакте. Возможно, пока, потому что очень много функций, даже вот я уже, ну, вижу, как их можно доработать, но они еще не реализованы. Допустим, оформленные работы мы можем пустить на обзор на альбомы. То есть у нас есть такая возможность. Отзывы, также мы создаем отзывы ВКонтакте. Переход идет на отзывы ВКонтакте. Ну, нажимая «Контакты», мы попадаем на диалог с ней. И, допустим, вот я вам показывал вот внутреннюю страницу. Вот внутренняя страница, вот эта внутренняя страница оформленная визуально. Их можно делать пустыми, как вот я говорил текстом. Вот она захотела, чтобы у нее эта страница была пустая. То есть я ей создал пустую страницу, и она ее просто наполнила текстом. То есть этот текст наполняется ВКонтакте. Единственное, что мы добавили кнопочку «Заказать». Вот чем удобно вот такие кнопки ВКонтакте заказать? То есть попадая, нажимая на них, мы попадаем на переписку с этим человеком. То есть человек, который сидит ВКонтакте, ему гораздо лучше и легче, и, ну, приятнее оставаться в самом ВКонтакте. Он здесь все знает. И нажимая «Заказать», попадая на переписку, ему очень легко дальше идти на диалог. Не нужно никуда не звонить, не нужно ни с кем общаться голосом или же переходить на какой-то сайт и там писать письмо или оставлять заявку. Непонятно, как работает форма заявки и кто когда там созванивается. Запрещено, если вот эти вот все рамочки мы будем продавать на своей странице. А, через свою страницу? Да, через свою страницу. Да, это нормально, абсолютно. Группы для этого реализованы, а, ну как, запретите нам общаться, то есть социальная сеть для того и создана, чтобы мы общались. Вот. Это, ну, это не, за это можно вообще даже не переживать. Комментарий, который выписывается в группе по обсуждению, допустим, того или иного продукта, он автоматически попадает и на сайт, этот комментарий? Нет, или он остается ВКонтакте. А если в сайте будет... В данном сайте отдельном будет какой-то комментарий, попадет в контакт или нет? Не попадет, они не связаны никак. Нет. У них нет никаких, да, интеграций, вообще нет. Единственная интеграция – это то, что мы можем сделать переход, ссылка переход. Вот, допустим, зашли, нажали на сайт и попали на сайт. То есть вот такие, такие, да, мы можем делать результаты. Но почему я не рекомендую уводить людей из контакта? Потому что очень часто сайты непонятные, то есть и приходится терять время на то, чтобы разобраться в этом сайте. ВКонтакте человек уже все знает, ну, тут все знакомо, все понятно, и гораздо лучше все реализовывать внутри, внутренними страницами. Потому что каждый раз, уводя на другой ресурс, мы теряем часть потока. То есть мы часть людей, они отсеиваются, они потом просто закрывают или где-то начинают лазить по каталогам, зазвонил телефон, ушли, отвлеклись, пришли, закрыли браузер. Поэтому все, кто нацелен на создание, если у кого нет сайта, во много раз сейчас дешевле и доступнее сделать группу ВКонтакте и оформить ее под как посадочную страницу, чем ну, реализовывать все через сайт. Потому что те, кто вот начинают стартапы, начинают свой бизнес, я рекомендую начинать с групп, потому что для того, чтобы, сейчас секундочку закончу мысль, для того, чтобы ваш сайт сейчас увидели в наших существующих условиях, его просто так никто не заметит. Вам нужно как минимум пользоваться, ну, таргетированной рекламой, контекстной рекламой, точнее, это Google AdWords, Яндекс.Директ, платить за клики, за показы, за переходы. То есть в любом случае для того, чтобы хоть какой-то один человек попал на ваш сайт, вам уже за это как минимум гривночку надо будет заплатить за одного человека. Это еще не значит, что он стал вашим покупателем. ВКонтакте у нас есть
есть возможность бесплатно получать клиентов, бесплатно получать лидов, так сказать, наших потенциальных клиентов. И да, возможности ограничены, но если мы будем действовать грамотно и в рамках лимитов, то мы можем, скажем, увеличивать эту возможность, имея несколько аккаунтов и используя, скажем, приватные прокси. Об этом я чуть-чуть позже расскажу. Что еще я хотел сказать? Вот, очень важно, обратите внимание, вот здесь вот эти две строчки, которые вы видите, вот это называется название группы, да, вот это статус группы. Вот эти две строчки, они мониторятся по SEO, то есть роботы Google, да, Яндекса, они их по поисковым системам через какое-то время обновляют и находят по поиску. То есть это означает, что если кто-то будет искать там в дальнейшем рамки, рамочки, что еще тут возможно, виртуоз, ну, к примеру, то название и статус. Название имеет больший приоритет. То получается, вот смотрите, мы попадаем, вот их сайт по такому же запросу находится гораздо ниже, чем их группа. Видите, это группа «Виртуоз», ну вот непосредственно. Почему сайт находится их ниже, хотя это же их основной сайт? Потому что сайт, он идет уже, ну, он не может перегнать по развитию контакт. Контакт по посещаемости на втором месте. И даже при конкретном запросе мы все равно, наш сайт будет ниже, если у нас есть группа. Это что дает понимание? Это дает понимание того, что если мы хотим, чтобы нашу группу находили в Гугле, нам стоит достаточно правильно описать вот эти две строчки. Причем эти две строчки, они работают по поиску ВКонтакте. Например, когда мы нажимаем «Поиск сообществ», и среди общего поиска сообществ мы ищем, ну, к примеру, «Багетная мастерская». Вот. И мы попадаем на «Багетную мастерскую». Вот, смотрите, наша группа находится в данном случае на 10-м, на втором месте. Находится она здесь по двум причинам. Первая причина, потому что у нее меньше подписчиков. Здесь 10 тысяч, здесь 19 тысяч. Вторая причина, выдаются вверх те, вот, и причем, смотрите, еще такой нюанс. Ладно, здесь, вот, покажу, хорошо. Видите, здесь вот это на 6800, почти 7 тысяч, а вот эта группа на 3100, но она выше выдается. Выдается она выше только потому, что у нее меньше слов в названии. То есть у нее просто «Багетная мастерская» вот здесь идет. Чем больше слов, тем релевантность поиска ниже, соответственно, объявление все опускается ниже и ниже. И даже имея меньшее количество подписчиков, можно выходить вверх. То есть здесь в два раза меньше подписчиков, даже больше, чем в два раза, но они находятся вверху. Только по той простой причине, что поиск ВКонтакте обращает внимание на вот это на название. И чем больше слов в названии, тем ниже опускается в поиске. И еще один нюанс. Вот когда мы заходим, я рекомендую, если вы продвигаете, к примеру, там, ну пусть будет «Багетная мастерская», не писать вот здесь «Багетная мастерская» статус английскими буквами, потому что они тоже участвуют в поиске ВКонтакте, и тогда это будет расцениваться как 4 слова. То есть, если вы здесь у нас «Багетная мастерская», и здесь написано «Багетная мастерская», а не просто «иди», то тогда рассчитывается как вот 4 слова, как будто идут подряд. И таким образом мы тоже теряем возможность. Это означает, что краткость – сестра таланта. Если у нас магазин называется, как вот я пример, да, интернет-магазин бижутерии «Совенок», то «Совенок» надо убрать. Потому что для нас, как вот владельцев у всех бизнеса, мы любим свой бренд, мы любим название свое, оно для нас очень ценно. Но для обычного пользователя, который ищет бижутерию, для него «Совенок» вообще ничего не значит. Ему важно магазин бижутерии знать. Вот, поэтому рекомендую. Что написать, например, «Багеты», запятая, там, «Рамочки», запятая, еще как-то, без слова «мастерская», потому что «мастерская», ну, как бы, ну, меньше участвует в поиске, и в адресной строке как бы забиваешь поиск. Я так понимаю, что чем короче название, ну, более емкие слова, тем выше будет находиться сама группа при поиске. Да, все зависит от самого поискового запроса. Ну, видимо, в их нише, у них именно как идут раскрученные поисковые слова, ключевые, «Багетная мастерская». Здесь просто человек разбьет, мне, например, «Рамка для картины» надо. Там слова «Багетная» нет, им слова «мастерская» нет. Его тогда не будет. Да, правильно? Да, да, все правильно. Поэтому вы, вот, есть сервис, кто знает, кто не знает, он называется WordStat.
Wordstat. Это яндексовский, есть гугловский сервис. И вот здесь вы можете точно узнать. Вот, к примеру, мы смотрим, пишем. Багетная, давай войдем через ВКонтакте. Вот мы ищем, да что ж такое, тут куча всяких... Это уж так раздражает. Багетная мастерская имеет 33 300 запросов ключевых. Рамка для... Да, вот это не было раньше уже. Рамки для картин 16 000 запросов. И вот таким образом мы определяем, какое ключевое ставить, какое слово ключевое ставить в запросе. Вот, допустим, в этой группе была какая штука. У них аренда авто с выкупом. Занимаются они арендой авто по Новосибирску. По аренде авто, если я забиваю в поиске контакта аренда авто в Новосибирске, я их не нахожу вообще. То есть вообще не нахожу. Потому что у них не нацелено на продажу Новосибирска. Вот уже при поисковике аренда авто в Новосибирске, они уже появляются в Новосибирске. Но здесь еще на сам поиск, на вот то, где мы находимся, вверху или внизу, влияет теперь не только полное совпадение статуса и названия, а еще влияет количество подписчиков в группе. Если у нас будет 40 человек, еще и половина собачек, да, то, соответственно, мы будем находиться внизу. И если мы пропишем здесь в поиске, я на конкретных примерах показываю, аренда авто в Новосибирске, то у нас будет выдаваться на 1500 группа вверху. А вот эта группа будет выдаваться ниже, на два участника. Для того, чтобы мы выдавались вверху, нам нужно сделать 2000. И мы будем вверху. Отсюда вытекает следующий вопрос, что нам нужно накручивать группу или же приглашать в группу каким-то образом людей. Потому что я сталкиваюсь в своей практике с такими ситуациями, когда люди говорят, что я не хочу накручивать группу несуществующими участниками, ботами, потому что мне важно знать настоящее истинное количество. Пожалуйста, это очень хорошая, благородная стратегия. Но в этой стратегии вы отказываетесь от, от поисковых систем. То есть вы берете долгий, сложный путь, при котором вас начнут находить через год там, или через полгода, в зависимости от того, как вы быстро раскрутитесь. То есть все хотят получать пассивных клиентов, не прикладывая при этом дополнительных усилий. Поэтому гораздо проще я рекомендую все-таки работать и над привлечением живых, настоящих вашей целевой аудитории, чуть попозже об этом, и над накруткой пользователей. Но при накрутке стоит учитывать несколько моментов, потому что, ну вот какую группу посмотреть, а вот сейчас мы на рамках и посмотрим. Вот здесь, на рамках, например, видите, вот это собачки. Вот это собачки, это, ну, явно боты, которые были, удаленные страницы, они заблокированы контактом. То есть, если мы переходим в страницу, их нужно чистить, да. Потому что новые фильтры, они теперь, очень много групп улетело именно за вот этой критической массой собачек. Знать, я не знаю, кто может знать, какие пределы этих лимитов, но из того, что опробовано мной на практике, это означает то, что если ваша группа молодая, но вновь созданная, и здесь до 500 человек в группе, до 500, то процент собачек должен быть не больше 5%. Сейчас покажу, как их считать. Если ваша группа уже достигает около 1000 и более, не более 10%, и стоит чистить их регулярно, это для того, чтобы ваша группа была действительно в безопасности защищена. Потому что если, к примеру, вы накручиваете и не проконтролировали момент, у вас критическая масса там больше 30 или 50% в любой момент, это не означает, что за каждой группой вот прям слежка идет, я тебя вижу. Это означает, что в момент проверки, когда поисковый робот, к примеру, да, назовем его роботом, он заходит и мониторит, считывает информацию, раз он считал, у вас там 50% собачек, сообщество удалено за накрутку пользователей. Все, вы ничего не сделаете. Если более 5000, можно накручивать? Но если у ваших конкурентов меньше 5000, вы на первом месте, можно успокоиться и не накручивать, к примеру. Если же ваши конкуренты имеют 50-100 тысяч, и вы в поиске даже в топ-3 не попадаете, то есть задача выйти в топ-3 по ключевым запросам. Ключевые запросы фильтровать через Wordstat или гугловский. Гугловский, может, кто помнит, я не помню, как этот ресурс называется. Через сайт Google можно зайти.
ну, AdWords, а сам сервис имеет название. Да. А название группы – это как плагин, оно должно быть уникальным, и его после создания группы изменять нельзя? Или можно. Можно. Единственное, что нельзя, резко менять тематику сообщества. За смену тематики сообщества группу также удаляют. А тематика – это вторая строка, статус? Тематика – это, к примеру, вы занимались рамками, вы набрали 10 тысяч подписчиков, а тут резко вы начинаете заниматься автомобилями и хотите все эти 10 тысяч теперь продать им еще и автомобили. Вот, за это вас сразу же удалят. То есть вы можете поменять, к примеру, багетная мастерская, потом можете поменять рамки, рамочки на заказ. И вот в этом, в вашей нише, вы можете менять за название сколько угодно. Вот, но... Если багетная мастерская была, и потом, например, занимаюсь обработкой дерева или, там, допустим, мебелью, это смена резкая? Резкая смена тематики, да. Здесь еще все зависит от жалобы, потому что у пользователей есть жалобы. Ну, то есть они могут жаловаться, и срабатывает автоматизированная система. Теперь, значит, по группе, по накрутке. Есть несколько способов накрутки. Вам показывать интересные способы? Есть доступные бесплатные способы, есть сайты, ну, вот такие, как там TurboLiker, FastLiker. Знаете такие сервисы? Нет. Сейчас расскажу плюсы и минусы. Допустим, на примере FastLiker покажу. Они идентичны. Для того, чтобы войти, мы нажимаем «Вход» и через соцсеть входим. Вошли через соцсеть. Ой, мне подарили 100 лайков. Очень приятно. Смотрите, теперь у нас есть внутренняя валюта – это лайки. За эти лайки мы можем, значит, добавлять задания. И здесь что мы можем? Мы можем накручивать лайки на публикации. Ну, то есть, к примеру, я хочу, чтобы эта публикация… Сейчас. Вот так, сделаем на время, надо нажать, чтобы накрутить. Копируем ссылку, да, и теперь накручиваем лайки, название все равно, вводим ссылку, цена оптимальная, ну давайте, чтобы быстрее сделали, я поставлю 5, мне не жалко. Сколько нужно, давайте 5 лайков, спишется с баланса 25, я нажимаю заказать. Заказ добавлен. Вот здесь есть таргетинг или таргетинг, я не знаю, как правильно. Мы можем выбрать пол, возраст, ну, то есть фильтровать. И, к примеру, смотрим на главной странице, появляется наш заказ. Значит, заказано оптимально 3, сделано 5, то есть уже сделано. Я смотрю, где там наше авто. Было 10 лайков, да, все помнят. Стало 17. Я заказал 5, по-моему, да? Ну, там же люди работают, боты работают, и получается, пока обновилась система, то есть может быть больше. Ну, в скором времени из этих 7, которые накручены, я предполагаю, 6 станет собачками, потому что на всех вот этих ресурсах бесплатных по обмену лайками сейчас работают в основном боты, то есть определенные программы, которые сотнями, пачками скупают аккаунты, прогоняют, за день они все умирают, эти аккаунты, их уходят в бан. Принцип сайта здесь такой, если у вас нет лайков, вы их можете либо купить, вот есть тарифы, либо заработать. К примеру, заработать можно следующим образом. Поставить кому-то лайк, вступить в группу, сделать репост, ну, к примеру, показываю. Вот за этот лайк, вот я ставлю лайк, закрываю, мне начислили 3 лайка. Я буду недобросовестным, я заберу свой лайк назад. Лайков. 25 лайков с меня списало, то есть вот у меня на счету осталось 75, плюс 3 заработанных, 78. То есть я таким образом могу накручивать, но опять же большая активность с помощью таких ресурсов вызывает блокировку аккаунта, потому что, ну, тоже системы очень интеллектуальные, не стоит злоупотреблять. Когда-то такие ресурсы прекратят свое существование? Я не знаю. Пока что они есть. Ну, в чем скажу? Вот здесь так же самое можно добавить задание. И вот здесь, когда вы добавляете задание, вы, к примеру, можете не накрутить не лайк, а вы можете накрутить подписчиков в группу. Здесь вы указываете название группы, ссылку на группу, цена. Как правило, можно занижать, все равно боты будут вступать. То есть, если вы поставите 4, все равно по 4 будут вступать. И сколько нужно? Минус этого всего состоит в том, что из 1000 накрученных вами участников, я так полагаю, 800 будет собачками. То есть это такой мартышкин труд, который вы делаете, вы проделываете, но в итоге никому это не нужно, потому что вам еще в итоге приходится чистить. То есть раньше эти сервисы как только вышли, вот это FastLiker так выглядит, от этих же самых разработчиков первым ресурсом был TurboLiker, вот он тоже так выглядит, тоже вход через социальную сеть идет. Ну, они уже изжили свой срок, скажем так, потому что
раньше был смысл с ними работать, сейчас они все превратились вот, ну, в сообщество таких массовых собачек, которых превращаются. Да, мертвые души, действительно. И раскручивать свою группу через такие сервисы вы только рискуете потерять группу, потому что не проконтролировали чистку или же плюс подозрительная активность, потому что очень часто бывает такое, что группа вновь создана и начинают быстро накручивать. По накрутке я рекомендую, ну, максимально отображать настоящее поведение. То есть перед тем, как накручивать в свое сообщество, разбросайте ссылку в разных местах, чтобы у вас было объяснение хотя бы почему, ну, где вас находится. Потому что если группа вновь создана и в нее начинают добавляться люди, это как-то странно. То есть договоритесь, где-то в комментариях разместите, на своем сайте, где-то, может, на YouTube-канале, где-то в Google+, где-то на Facebook. Ну, то есть разбросайте ссылку группы, чтобы каких-то пару дней она там побыла и проиндексировалась, что, ну, не просто так вас находят. Потом накрутка начинается следующим образом. Ну, опять же, кто против накрутки, ну, вы будете против. Есть люди, которые хотят своими силами раскачать, они просто отказываются от дополнительного, ну, топ в поиске попадания. Значит, первые дни по чуть-чуть, 10, 20, 50, потом вот по нарастающей увеличивать, чтобы не было, что вы с первого дня по 500 человек накручиваете в группу. Хотя не факт, что вас сразу же могут и заблокировать. Не факт. То есть может все пройти гладенько до момента ближайшего подозрения. Больше 1000, даже больше 500 в день не советую накручивать. Не советую. И приглашать друзей. К примеру, вы создали группу, если я беру случай, когда нет группы. Вы создали группу и приглашать друзей я рекомендую, когда здесь хотя бы 500 будет участников. Никто не вступает, практически никто не вступает, кроме ваших близких друзей, в пустую группу. Очень часто те люди, которые могли бы вступить, они не вступают. Мне, если присылают запрос в группу, там 150 человек или еще сколько, я не вступаю. То есть и я сам в таких случаях стараюсь немножечко нарастить общую массу живых, потом непосредственно вступать. Теперь давайте я покажу, как собачки считать и как их чистить. Да? Все знают такую программу VKBot? Кто, ну, кто знает вообще? Знаешь? ВК-бот, как вот по последним данным, вы знаете, он работает или уже не работает? Ну, в общем, уже большинство людей считают, что ВК-бот не работает. На самом деле, да, действительно, сайт положили, и ВК-бот уже не работает, но есть одна рабочая версия, она у меня сохранилась, кому нужно, могу поделиться. Она запускается, и вначале она делает вот подключение, это неудачные подключения, 5 попыток. После 5 попытки выдает ошибку, что невозможно подключиться к серверу. Я рекомендую чистить, потому что даже, к примеру, если я захожу всегда в сообщество вот таким образом. Захожу и смотрю, и начинаю смотреть. Если я очень много вижу собачек, я понимаю, группа накрученная. И мне не интересует, то есть я не верю в эту активность, которая здесь есть. Я начинаю объяснять, что ага, у этого поста 10 лайков, их накрутили. А у этого 21, их точно накрутили, да, 3 репоста, к примеру. Хотя на самом деле, ну, все может быть по-другому. Поэтому, если вы действительно, ну, вас интересуют продажи через группу, я советую, чтобы максимально она была живой и похожа на живую. И чтобы вот здесь вообще не высвечивались собачки. А чтобы здесь не высвечивались собачки, их должно быть около порядка, ну, меньше 10%. Контакт не мониторит такие быстрые изменения в статистике? Ну, с 10 на 7 мы не сможем, потому что лимит 1000 в сутки идет. Поэтому я говорю, 1000 в сутки удалять не стоит. Это слишком быстрые изменения. То есть даже если мы чистим собачки, пусть возьмем стратегию по 400 в сутки, зато это будет 40% от лимита. Вообще... ВКонтакте, конечно, запрещено. Они вообще только за то, чтобы, ну, максимально. Но контакт не промониторит эту группу, эту программу. Она работает с вашего IP, с вашего прокси. Единственное, что сейчас с новыми фильтрами я не рекомендую, чтобы программа работала и чтобы вы ВКонтакте работали, активность проявляли, ну, в смысле с браузера, потому что уже на одном аккаунте будут разные браузеры числиться. И то есть получается, что вы одновременно и там приглашаете, и там активность проявляете. Раньше, вот до новых фильтров, я с 6 аккаунтов одновременно с одного IP мог делать приглашение, рассылать. Сейчас сроки уменьшились. К примеру, как приглашать друзей в друзья. Чтобы не делать, ладно, на белом фоне покажу, лучше видно. Чтобы не делать это опять же вручную, я нажимаю «Inviting», и здесь есть можно пригласить в группу, можно пригласить в друзья, можно пригласить на встречу. Я приглашаю в друзья. Здесь есть какая штука? Ну, во-первых, лимит сразу ставим, но я поставлю 15.
ну, не больше 15 сейчас. То есть лучше, к примеру, если мы планируем в день пригласить 35 друзей, разбить это на три части, и сделать там утром, в обед и вечером автоматически. Ну, то есть, возможно, это дополнительная перестраховка, но она сейчас очень нужна. И вот здесь вот в настроечках выставить интервалы, вот, к примеру, это миллисекунды, то есть это получается от двух, ну, то есть получается, давайте сделаем от 10 секунд до 20 секунд. Вот. Чтобы больше было понятно, потому что если каждые 2 секунды будет высылаться запрос, то это, ну, очень, не очень понятно. Надо, мы не успеем мышкой так быстро кликать. Вот. Поэтому за 10-20 секунд я смогу открыть как бы новый аккаунт и выслать приглашение, если я имитирую поведение обычного пользователя. Вот я рассылаю 15, лимит ставлю, ограничение 15. Если я выбираю по критериям, это здесь я могу выбрать город. Давайте я покажу. Здесь я могу выбрать. Без текста, я могу выбрать либо популярности, либо по дате регистрации. По популярности это означает, что, ну, аккаунты, которые больше имеют друзей, аккаунты, которые больше имеют лайков, которые больше имеют активности, чаще входят в онлайн. По дате регистрации это старые аккаунты, ну, то есть, которые более ранее зарегистрированы, в приоритете будут. Пол мужской, женский, интересы, здесь мы вписываем, к примеру, там, спорт. Вот нас не интересует, к примеру, да, там мы спорттовары продвигаем, пишем спорт. Мы можем выбрать, к примеру, если у нас товары касаются, где там у нас женаты или замужем, или еще каким-то, или товары для влюбленных, то есть, ну, возможно, повлияет. Тут надо пробовать. Возраст от, до, можно, можно любой выбирать без ограничений. Потом и страна. Допустим, выбираем страну, выбираем город. Можно таким образом. Можно следующим образом. Я могу, к примеру, вот я знаю, что моя целевая аудитория находится в этой группе. Я копирую ссылку группы, я оставляю ссылку сюда, и приглашения будут рассылаться только участникам этой группы. Это приглашение с аккаунта, не с группы. Это сейчас, да, это мы сейчас приглашение в друзья берем. Вот. И, соответственно, онлайн с фотографией, ну, ставлю, рекомендую с фотографией, потому что это активность пользователя этим определяется. Онлайн – это сейчас на сайте. То есть, если вы максимально хотите быстро увеличивать участников, то рассылаете сейчас на сайте. Ну и, к примеру, нажимаю «Поехали» и начинается процесс приглашения. Есть второй способ приглашения, тоже в друзья. Здесь мы выбираем не по критериям, а возможные друзья. Возможные друзья – это, скажем так, друзья друзей. То есть, чем больше друзей друзей, они максимально похожих подбирают. Вот я нажимаю, к примеру, «Поехали». И вот начинается приглашение, то есть 401 человек подходит под мой критерий друзей-друзей, ну, это лимит. То есть даже если их там 1000, все равно 401 максимум. И вот сейчас, так как у меня задержка от 10 до 20 секунд, в этом интервале будут рассылаться приглашения. Вот, один запрос, один отправлено. То есть один человек получил заявку ко мне в друзья, чтобы, ну, вот я ему отправил запрос. Здесь периодически в этом, ну, чем чаще у вас рассылаются приглашения, вылетает вот эта вот капча, которую нужно вводить, подтверждать, что вы не робот. Ее можно сидеть и вводить вручную. Ну, вот. Если вам не очень хочется вводить вручную, есть вот такая здесь кнопочка «Антикапча», и вот есть ресурсы. Ну, вот, к примеру, на вот этом сайте antikapcha.com можно за $1 купить 1000 вводов капчи, и будут сидеть обезьянки, которые за 0,0000001 цент вводят вашу капчу. Китайцы, индусы, украинцы, школьники, много. Вот. Это самый доступный заработок в интернете для всех. Сидеть, вводить капчу. Я думаю, украинские школьники, они, ну, меньше вводят. А вот в Индии это самая популярная аудитория, потому что они там за $1 в месяц работают. Вот. Реально, там у самых богатых там зарплата в $3 в месяц. Вот. Ну и вот он рассылает приглашение, то есть это 5 приглашений отправлено. Ну, дальше я показывать не буду. То есть, если вы покупаете, к примеру, $1 по расценкам, к примеру, если вы через Приват 24 отправляете, за 26 гривен вы покупаете 1000 вводов. То есть вам не придется. А? Вот нажимаете антикапча, и здесь выдают эти ресурсы. У меня на антикапче куплено. За $1 у меня 1000 этих, ну, не с этого компьютера, потому что это демонстрационный ноутбук, на моем я ввел. Здесь получается, вот я когда нажимаю, здесь нужно ввести свой API-кей, то есть свой ключ. И потом, когда вы введете, здесь покажет ваш баланс, там 1000 или там 900, у вас сколько у вас осталось этих копчей. Вот. Ну и приглашение приглашают, как только 15 будет сделано, вот я поставил ограничение 15,
выдаст задание, что задание, выполнение задания завершено. То есть вот эти люди, которые сейчас отправляются заявки, они получают от меня приглашение в друзья. На стадии, если я нажимаю стоп и закрываю, чтобы остановить это. На стадии, если в вашей группе, ваш аккаунт только создан, у меня только создан, потому что у меня пару дней только. Соответственно, есть такая штучка здесь, когда вы нажимаете заявки в друзья, и вот исходящие заявки, это те заявки, которые были разосланы. То есть вот эти заявки, вы видите, этим людям были высланы заявки. И смотрите, здесь уже таких 18 человек. У меня 38 друзей. То есть у меня получается на данный момент 38 друзей. Подписан я на 18 человек. Поэтому, так как аккаунт молодой, дабы и он не улетел, если люди будут нажимать спам, к примеру, это приглашение, вы можете улететь очень быстро в бан, а с новыми фильтрами, возможно, удалят. Эти заявки нужно удалять. Постоянно их чистить, чтобы, всегда есть критическая масса высланных заявок. Вот, допустим, если вы в группу приглашаете, можете записать такой лимит. То есть, если вы рассылаете приглашение в группу и менее 10% подтверждают, вступают, вот вы разослали 10 тысяч, вы разослали 1000 приглашений, а вступило только 100, вашу группу могут заблокировать за рассылку, за накручивание участников при помощи спама. Вот, то есть все время нужно удалять высланные заявки. Если люди в течение суток-двух не вступили, вероятность того, что они вступят, нет. Так же самое в друзья. Как удалять? Вот здесь есть профиль, друзья и удалить высланные заявки. Оно выдаляет все высланные заявки. Аналогично, если вы хотите удалить заявки из сообщества, которые высылались, нажимаете «Сообщество» и удалить заявки на вступление. То есть это нужно делать регулярно. Так же самое, как чистить собачек. То есть вот те, кто занимаются группами, или же, может, у кого есть там администраторы групп этим занимаются, они обязаны это знать. Если они это не знают, им, значит, это нужно знать все равно. Иначе вы все время находитесь в грани риска. Сейчас я показываю системы безопасного развития. Если есть вопросы, по ходу дела вы задавайте, потому что... ВК-бот? Да. Подойдете ко мне, я вам скину. То есть 378 она называется, но сейчас, так как она стала очень популярной в интернете, по этим запросам куча вирусов пакуют на эти слова. То есть скачиваете zip-архив, в архиве zip, и там раз, и там вирусы. Вы их не видите, но они есть. А вы говорите, новая версия не работает? Да, сайт удалили. А ее сайт? Возможно, под влиянием ВКонтакте. Не знаю почему, потому что программа, она была майже полностью бесплатная. Там только были чуть-чуть на мультиаке платные функции. Его и удалили. Удалили как раз перед внедрением фильтров. Поэтому, я думаю, это не совпадение. Так проблема не в том, что сайт удалили, просто негде программу скачать и все. Дело в том, что программа обновлялась практически каждый день. И они имели доступ к фильтрам ВКонтакте. То есть если ВКонтакт проводил какие-то изменения, они сразу же внедряли это в свой интерфейс. И получается, все время как программой было пользоваться безопасно. Сейчас программой пользоваться небезопасно. Поэтому я и показываю лимиты, в которых очень не стоит их превышать. Вот сам сайт, получается, vkbot.ru он назывался. Его просто нет. Техподдержка отвечает, сайта нет, он просто пропал. Хотя при этом он много-много лет существовал. И очень много-много... А сети Тор его тоже нет? Где-где? Тор. В торренте? Тор. Тор? В браузере? Как Роскомнадзор обходит в России через Тор. Это браузер специально. Я понял. Дело в том, что сайта нет. Дело не в браузере, дело в сайте. То есть сам ресурс пропал. Не зарегистрировали сайт? Я не знаю, я не владею этой информацией. В общем, суть в том, что... А? Есть платные, есть схожие, по рассылке приглашения, есть там Viking Studio, это называется студия, которая занимается разработкой, немножко постою. И у этой, с Viking Studio, у них есть несколько программ, которые занимаются. Одни называются парсеры. Парсеры – это те, которые, по вашим интересам делают выборку. Например, вас интересуют группы, в которых в интересах там прописаны там авто, гонки и там, к примеру, драгрейсинг. И он парсит, это означает, ищет, выбирает все группы, которые подходят под ваши интересы, и формирует в список. Есть у этой разработки программы, которые приглашают друзей в друзья, друзей в группу, друзей на встречу. То есть есть разные. То есть это было чем удобно, что она бесплатная, а те платные. Есть аренда, которая там по 500, по 1000 рублей в месяц, есть те, которые одноразово там 2500 рублей стоят.
Дальше. Что из... из сказанного. Вопросы какие-то, может, есть? Ну, то есть суть в том, что бизнесом мы занимаемся только через группу. Занимаемся через группу. Ну, только не через вот такую группу, а через вот такую группу. А можно еще раз сказать, а в чем, чем плохо просто публичная страница? Сейчас дойду. Я дойду, потому что это отдельная тема, которую я хочу рассказать. Публичная страница. Публичная страница, она по лимитам своим такая же, как и обычная страница. То есть это означает, если раньше мы могли создать от группы встречу, все знают, что такое встреча, ну, мероприятие, вот в Фейсбуке мероприятие, да, ВКонтакте называется встреча, тоже мероприятие. И на это мероприятие мы можем приглашать друзей. Это самый, один из самых доступных, дешевых методов рекламы, потому что, ну, если мы идем по улице и нам вик на двери балконы эту листовку дают, то, ну, во-первых, это унизительный метод рекламы, я хочу, чтобы он побыстрее уже ушел с нашего рынка, и люди осознали, что он не работает уже. Ну все, это уже унизительная реклама, потому что те люди, которые берут, они чаще всего берут из жалости к тому человеку, который им это дает. Из тысячи листовок, и, ну, я не уверен, сколько листовок попадает в руки. Возможно, по две, по три идет, возможно, пачками в мусорку, может, дома кто складывает, потому что я когда работал, ой, когда я учился студентом, я видел много ребят, которые этим работали, там собирались целые склады. Там, один у меня знакомый из газет, которые раздавали, диван сделал из пачек. То есть у них был такой диван. То есть работодатель думает, что там эти много тысяч газет розданы. Вот. То есть уже снижается конверсия. Другая задача, что из тех количества, из тысячи, к примеру, да, там 100 человек или 50 человек, которые взяли их в руки, сколько человек действительно, ну, хоть глянули, не просто скомкали, выкинули. Это я к тому веду, что есть такое понимание, когда мы создаем встречу ВКонтакте, когда мы создаем встречу, мы рассылаем приглашение. И, к примеру, если мы разослали 1000 приглашений, то 1000 людей увидит это приглашение. И даже если они, у них есть выбор, там, да, пойду, возможно, пойду или не пойду, они все равно принимают выбор, они все равно ее видят. То есть это то же самое, что вашу листовочку взяли и посмотрели. Но если же человек, вот где здесь встречи, если же человек нажимает на встречу, вот, допустим, он на тыждень в открытых, да, дверей, вот, он нажимает, он здесь может получить всю информацию. Чем это хорошо? То есть мы практически за бесплатно, ну, создаем мы это все бесплатно. Единственное, что мы можем немножко вложиться, дабы привлечь сюда аудиторию. То есть вот здесь мы видим, что как минимум уже 145 человек нажали «пойду», 561 человек сказали «возможно», и еще очень-очень много человек нажали, что «я не пойду», но они это увидели. Они, по крайней мере, узнали, что есть тыждень бескоштовных открытых уроков танцю. Хороший вид рекламы. Как делать? К примеру, у меня группа, например, 100 человек, да, в моей группе. Если я создаю встречу, от имени встреча создается либо от имени страницы, либо от имени группы. Я рекомендую создавать от имени группы. То, соответственно, я могу пригласить 100 человек своих на эту встречу. Лимиты каковы? Вот сейчас я отвечу на ваш вопрос. Чем лучше группа от публичной страницы? Тем, что публичная страница имеет ограничение 40 приглашений в сутки. То есть мы можем пригласить с публичной страницы 40, ну и со своей страницы, своего аккаунта 40 человек в сутки. С группы, по последним лимитам, конечно, их урезали, но тем не менее мы можем пригласить 5000 человек. И, соответственно, если у нас в группе 20 тысяч человек, нам достаточно иметь 4 аккаунта, который будет по каждой по 5000 приглашать с шагом в 5000. А зачем вообще публичная страница придумана? Ну, как страница компании. То есть подписаться на страницу, на новости. Ну, для ведения бизнеса именно группа лучше. Ну, к примеру, рекомендуют заводить, если, к примеру, это певец, то заводить ему публичную страницу как певца. Да. Вот. Но есть какая штучка. Вот, допустим, сейчас я покажу здесь на примере встреч уже из существующих. Ну, ладно, вечеринка, да, вот, к примеру, у меня приходит приглашение, где я выбираю, пойду, не пойду или, возможно, пойду. И вот здесь есть организатор. Организатор стоит школа танца. То есть, соответственно, с этой школы танца мы можем максимум пригласить на эту встречу 4700 друзей. Но есть другая штука, когда мы можем, к примеру, открыть группы. К примеру, мы можем открыть, сейчас я такую какую-то большую группу найду. Ну вот такую, к примеру, группу, в которой 38 тысяч друзей.
Если это нам по тематике подходит, ну, к примеру, в Черкасах есть группы там, на 15, 20, 30, 40, 50 тысяч друзей, и мы с ними договариваемся, что вот договариваемся с вот этими администраторами, что давай так, ты делаешь свою группу организатором моей встречи, я делаю рассылочку, инвайтинг, и ты получаешь вот столько денег. Некоторые соглашаются, процент согласия всегда есть. У нас есть в Черкасах группы, с которыми мы работаем, мы платим им деньги, они ставят свою группу вот сюда, в этой группе 25 тысяч друзей, и мы получаем доступ к рассылке еще 25 тысячам друзей. Рассылка делается через ВК-бот. Мы нажимаем «Инвайтинг», «Пригласить» из группы на встречу. И оно автоматически приглашает из той группы, которая стоит здесь в организаторах. При этом… Доступа нет. Для начала, для того, чтобы эта группа стала, к примеру, мы хотим, чтобы SMM собачки стала организатором нашей встречи Valentine's Day. Да? Для этого нам нужно сделать администратора этой группы у себя тоже. Он должен вступить в нашу встречу. Мы должны его сделать, дать ему права администратора, и тогда он как администратор сможет поменять организатора группы. То есть только он сможет как администратор поставить свою группу. Мы не имеем такого доступа. Вот. Ну, соответственно, так, предлагаю ускориться, то материалов очень много. Каждый человек имеет право выбора нажать, что это спам. И если несколько аккаунтов нажимают спам, то тот аккаунт, на кого чаще нажимали, он улетает в бан. Соответственно, я рекомендую для этих случаев использовать не свою основную страницу, а рабочие страницы, чтобы приглашать. Потому что очень часто может быть такое, что приходит, скажем, приглашение от того человека, который не состоит в друзьях, если по этому методу встречи, который я показал, когда мы ставим другую группу организаторам. То есть получается, вот с моей страницы приходит тебе приглашение, мы с тобой друзья в друзьях, да, а сейчас, к примеру, представим, мы не в друзьях, и от меня приходит сообщение. Ты смотришь, нажимаешь это спам, и таких несколько человек нажмет, я ухожу в бан. Вот, то есть поэтому стоит использовать рабочие страницы. Но таким образом мы не теряем группу, мы не теряем встречу. Но рабочая страница, это получается не группа, да, а именно страница вторая. Да, дополнительная. Ну, у меня таких было 11 моих, с которыми я работал порядком, ну, некоторые по 10 тысяч уже, там 9-700, и я вот ждал. То есть вторая страница может приглашать на мероприятие какую-то группу, правильно? Если эта страница является администратором этой встречи, и страница можно назначить любую левую страницу. Не, они не связаны с основной страницей. Просто в этом мероприятии она администратором должна быть назначена как администратор тоже. То есть есть основной, точнее, создателем этой встречи назначены дополнительные аккаунты как администратор. И еще один нюанс. Если у вас группа, и вы приглашаете, у вас три аккаунта, которые работают на приглашение в группу. С чем я столкнулся также, что все аккаунты должны быть либо редакторами, либо модераторами, либо администраторами встречи. Если вы из левого аккаунта, который не является администратором вашей группы, приглашаете в группу, это расценивается как привлечение клиентов при помощи спама. Раньше было доступно, сейчас ограничено. Вот поэтому я и потерял, скажем так, свои аккаунты. Мой опыт и плюс IP. Я их спалил всех периодически, когда-то заходил. И фильтры, они, наказания у нас действуют задним числом, как отмена кооператива в Советском Союзе. Всем платить налоги задним числом. Ну, я не платил, мне рассказывали. Я тогда еще не помню этого всего. Значит, перейдем дальше. Что я хотел сказать? Ну, про встречи я рассказал. Как искать группу? Вы выбираете группу, там, к примеру, у вас, ну, черкасская группа, выбираете там из тех, которые вы знаете, там 3-5, договариваетесь, согласилось трое, попросили статистику, посмотрели, где больше вашей целевой аудитории. Для этого вы понимаете, кто ваша целевая аудитория. Если у вас танцы, значит больше девочки определенного возраста. То есть в статистике это все видно. Сейчас тратить на это время не буду. Значит, по ВК-боту я показал, как собачки чистить, как заявки рассылать, как копчу вводить, показал. А теперь аккаунты. Вот, к примеру, вы создаете новый аккаунт. Вы создали новый аккаунт. Для того, чтобы здесь появились друзья, приглашать друзей, друзья, опять же, пустые аккаунты, если часто вы только создали, и вы рассылаете приглашение, он настолько уязвим на начальном этапе, этот аккаунт, к примеру, если вы его хотите раскручивать, что достаточно одному-двум нажать, что это спам, и его могут не просто заблокировать, его могут удалить. Поэтому я рекомендую здесь для начала хотя бы первых 100-200 друзей. Ну, у меня не накручивается, потому что этот аккаунт не рассчитан для
этот аккаунт рассчитан для общения. А если аккаунт рассчитан для развития группы, к примеру, для вот приглашения на встречу, то лучше до 500 друзей его накрутить. Опять же, накрутить нужно такими людьми, которые не будут нажимать, что это спам, когда вы добавляетесь в друзья. Есть ресурс, называется topleaders.ru. На этом ресурсе собраны люди, которым интересно добавить друзей в друзья. И они не нажимают, что это спам. Возможно, кому-то интересно накрутить вот здесь подписчиков побольше, 10, 20, 30 тысяч. Но они тоже не нажимают, что это спам. Поэтому у вас есть вероятность того, что вы можете первоначально 10, 100, 200, 300, 500 друзей сделать таким образом, что ни разу не улетите в бан и никто не нажмет, что это спам. На этом ресурсе, ну, тоже вход через ВКонтакт, сайт. Регистрируйтесь здесь быстро, я не буду регистрироваться, я вам расскажу суть какова. То есть вам для начала дается список из 10 друзей, поначалу 20 друзей, чтобы принять регистрацию, потом вам выдается список 10 друзей. То есть вам выдается список и прям добавили вы 10 друзей. Соответственно, у вас есть вероятность того, что у вас появится дополнительно 10 друзей, или там 5, 7, 6, как практика показывает. Но это еще дает возможность того, что вас потом размещают, так же, как вы добавляли этих друзей, в список добавления другим людям на 20 человек. То есть, получается, добавив 10 других друзей, в идеале вы получите 30. Ну, такого не будет, 10-15 получите точно. Вот. И таким образом, опять же, не больше 30 в сутки, если это молодой аккаунт, и не больше, чем за один заход. В течение дня растянуть эти приглашения. Таким образом, вы можете бесплатно, безопасно увеличить свой аккаунт. А потом уже легче туда будет приглашать целевую аудиторию. Но опять же, все время, каждый день, потому что аккаунт молодой, вы открываете ВК-бот, нажимаете профиль, друзья и удалить высланные заявки. Кто в течение суток не принял вашу заявку, они нам не интересны, они не примут больше заявку. Если человек в течение суток не зашел, извини, у тебя слабый онлайн, есть другие люди, которые добавят. Не так столь важно на начальном этом этапе. Есть. По поводу того, что спрашивали другие программы, не ВК-бот рабочие, есть, допустим, можете записать Viking Inviter Plus. Viking Inviter Plus. В чем преимущество? Опять же, стоит это все тестировать, потому что я эту стратегию планирую дальше использовать для развития. Чем она хороша? В этой программе есть, скажем так, список аккаунтов, где вы можете добавить, к примеру, 10 аккаунтов своих разных страниц добавить. И купить платный прокси. Платный прокси – это уникальный IP-адрес. Ну, то есть, одно сразу говорю, если ваши аккаунты зарегистрированы в Украине, значит, вам нужны украинские прокси. Если вы будете использовать русские прокси, вас сразу же контакт вычислит, что это накрутка. Каждому IP-шнику, каждому аккаунту присваивается отдельный IP-шник, приватный прокси. Они покупаются, аренда на месяц. Есть там по 300 рублей в месяц аренда, есть по $1, там несколько штук. Соответственно, все зависит от того, насколько они рабочие, быстрые и качественные. Советую покупать быстрые и приватные, чтобы не было такого, что ваш прокси использует еще кто-то, кроме вас. Потому что если его еще кто-то использует, кроме вас, это и большую активность тоже рассылает для спама. Поэтому и его, и вас, и всех удалят, кто использует это прокси. Бесплатные прокси для этого вообще не подходят. Только приватные. Это как вариант. То есть, но здесь я не уверен в самом фильтре. Фильтр, который, к примеру, если у вас будет 10 аккаунтов работать на приглашение в группу свою, что и даже если 10 аккаунтов будут зарегистрированы в этой группе как администраторы, что не удалят все 6 или 10 аккаунтов и группу за рассылку накрутку группы при помощи спама. Ну, то есть причина моего удаления была такая, потому что раньше фильтров таких не было. Я мог из 10 аккаунтов приглашать в группу, у меня дела шли хорошо, люди добавлялись, соответственно, появлялись новые клиенты, все было супер. Ввели новые фильтры, расценили, что вот эти 10 аккаунтов работают на эту группу, они рассылают приглашения, контакту невыгодно, я не использую таргетированную рекламу, получаю клиентов. Прикрыли мне эту лавочку. Соответственно, так может быть с каждым, мы можем только уменьшить нагрузку. Если на начальном этапе у нас еще очень мало
людей в группе, ну, именно целевой аудитории, мы можем непосредственно находить их вручную. Мы находить их можем и связываться с ними в сообщениях и предлагать свои услуги. Тоже работает. Ну, это как встреча, переговоры. Ну, только не делать это при помощи спам-рассылки. То есть все-таки каждый индивидуально. Нужно просто четко определять свою целевую аудиторию. К примеру, если я занимаюсь там ведением, оформлением групп ВКонтакте, то я четко могу найти группу, которая нуждается в моих услугах, изучить ее и написать администратору, что вот я смотрю, вы администратор этой группы, чтобы он, да, точно, то есть чтобы он видел интерес, то я с ним живу и общаюсь. Показать, что вот я провел бесплатный аудит вашей группы, там, к примеру, я изучил, и я смотрю, что вот вам не хватает. А еще лучше, к примеру, я ему разработал дизайн, показал дизайн, говорю, я могу вам сделать вот такой дизайн. Хотите, поставлю? Ну, то есть вот такие моменты. То есть если вы, к примеру, делаете дизайн интерьера, к примеру, вы знаете, что ваш клиент с деньгами, у него там не очень дизайн, подошли, сфотографировали, сели в фотошопе, обработали, поставили его дом, показываете, вот я могу сделать вам так. Подходит? Подходит. Ну, то есть это один из вариантов, как активно можно еще добывать людей ВКонтакте. Просто контакт дает возможность нам найти людей. Не выходить на площадь Крещатик-Сити или возле Дома торговли и всем подряд в микрофон орать, что вот там у меня есть такая услуга, а точечно находить именно тех, кто нуждается в наших услугах. Это преимущество социальной сети. Даже ну, с самого старта, с самого начала. И потом что? Как еще можно привлекать внимание других подписчиков в свою группу? Вот я на днях проводил аудит вот этой группе. Кстати, я вам сейчас пример ее покажу. Очень-очень-очень впечатлило меня. Ну, не сам дизайн, конечно. Здесь недоработка, да? Потому что непонятно, что это такое у Савенка. Это магазин бижутерии. А вот так вообще непонятно, что это такое. То есть здесь нужно написать «магазин бижутерии». Но суть в том, что эта группа, я уже сейчас не администратор, я смотрел их статистику, они давали рекламу в других группах. Вот, к примеру, я хочу прорекламировать свой черкасский продукт в черкащанам, договариваясь с группой «Типичные черкасы», в которых там 80 или сколько тысяч друзей, что они там либо закрепляют мой пост в шапке, вот эта шапка, либо они его просто как в течение дня там 2-3 раза публикуют. Это есть определенная стоимость, и это все время приводит к активности. Вот, допустим, посчитал статистика этой группы по бижутерии, получается то, что они давали рекламу в смежной группе, которая целевая аудитория, у них получается девочки до 18, их целевая аудитория, то у них рост подписчиков, активности за день вырос, то есть у них в течение 3 дней там плюс 400 подписчиков было. И мы посчитали по количеству затрат, у них один подписчик обходится в 3 рубля. Это реклама косвенная в других группах, когда мы платим за то, чтобы наш пост опубликовали. Оценивали их рекламу через таргетированную рекламу. Ну, у меня сейчас нет, потому что аккаунт молодой и он еще не интересен, скажем, для рекламы. Ну, у вас уже у кого старенькие аккаунты, вы наверняка знаете, что здесь выскакивают разные предложения. И вот с такой рекламы они получали подписчика за 7 рублей. Соответственно, выгоднее рекламироваться в других группах смежных, чем использовать в таком случае таргетированную рекламу. Но был один плюс, что после таргетированной рекламы увеличилась активность по лайкам и по репостам. Ну, в целом, если это не вело к увеличению продаж, значит, это невыгодно. Подписчик стоит в 2,5 раза дороже. Продажи не увеличились, соответственно, стоит рекламироваться через другие группы. То есть это еще два способа – таргетированная реклама и реклама в других группах. Дальше. Скажите, сейчас популярны подарки за репосты. Это вообще работает? Да, это работает. Но самое интересное, что сейчас с новыми фильтрами много групп посыпалось на вот этой штуке. Очень-очень жестко сейчас как бы администрация относится, особенно если там, к примеру, iPhone или машина какая-то. Вот, ну, типа дорогие подарки. И на самом деле, если розыгрыш не происходит по честным правилам, то группа удаляется, они это мониторят. Допустим, вот EGM, знаете, может, такая группа, она резко сейчас выросла, вырвалась. Они действительно улетали немножко в бан, ну, и только из-за нагрузки того, что у них была большая активность, они проводили конкурс, разыгрывали большой призовой фонд, там 80 тысяч рублей, вот. Ну, и они действительно это, то есть, ну, они согласовывали с администрацией ВКонтакте, то есть, они подтверждали полностью, согласовывали с администрацией ВКонтакте, что они проводят конкурс, у них масштабный конкурс, потому что их конкурс положил сайт на несколько часов, там, ну, не сайт, а вот именно глючить начал сильно, ну, это немножко раньше было, это не этот, тот, который был недоступность на днях. Но суть в том, что
Это работает. Ну, если мелкие конкурсы, там будут 20-50 репостов, никто на это не обратит внимания. Единственное, что если люди будут нажимать, что это спам, ну вот нажимать, вот смотрите, вот есть пост, к примеру, да, есть могу пожаловаться. Я могу пожаловаться, к примеру, и нажать, что это... А, здесь даже такого нет. Ну, в любое жалобание выбирают. Люди просто, ну, когда они чем-то недовольны, они нажимают что угодно. Ну, в общем, суть в том, что если очень часто будут люди нажимать, к примеру, да, они участвовали в конкурсе, конкурс прошел нечестно, пожаловались, то могут заблокировать. Нет, ну если все честно, там... Все нормально. В таком случае лучше, вот если вы в группе делаете розыгрыш, в группе потом делать результаты видео подтверждения розыгрыша. То есть кто стал победителем, а лучше еще потом видеоотзыв, чтобы он прислал. То есть даже если, к примеру, вашу группу заблокируют, вы можете подать своего рода как апелляцию и показать, смотрите, вот этот человек, вот его аккаунт, связывайтесь, пожалуйста, получил, группу разблокируют. Вот. Но если же, к примеру, у вас 50% собачек в группе, и вас заблокировали за накрутку собачек, и вы подаете жалобу, ну, чтобы рассмотрели вашу жалобу, чтобы разблокировали, вам доказать нечего, к примеру, если действительно группа накручивалась. Вот, поэтому такая ситуация. А можно вопрос? Да. А вот вы говорите, у вас было 10 страниц, и они были все похожи? То есть, ну, там... Разные. А что там было? Ну, имя, фамилия, разные... Да, разные абсолютно люди, разные имена, разные... На каждую, каждая симка была своя. Полностью все разные. Разные города были, одни были, ну, 4 моих было, 4 страницы с моей фотографией были, ну, моих. Я их вел, там, на одних я, одна целевая аудитория была только Черкассы, на других целевая аудитория была там Киев, Николаев, Южноукраинск, Черкассы. На третьих была целевая аудитория сетевики, к примеру, сетевые компании, которые занимаются. Там на четвертой была целевая аудитория еще там определенная, бизнесмены, предприниматели, вот. В каждой была цель, и в каждой я определенные посты выкладывал. Ну, то есть 4 моих, 4 было других. Как делать другие страницы? Очень легко. Вы создаете сначала портрет вашей страницы. Будет это мужчина, женщина, какой возраст, как он выглядит. Потом, ну опять, я вам рассказываю вещи, я вас учу такому, чему я не имею права учить. ВКонтакте бы сейчас это услышал, и меня просто заблокировал еще раз. Ну суть в том, что вы нажимаете «Люди». Берете кого-то тут, я не знаю, выбираете, ну, патриотизм, не патриотизм, к примеру, вам нужно приглашать на встречу или приглашать в группу. Таким образом, вы можете создать, допустим, страницу. Вы можете создавать 10 страниц со своей фотографией. Ну, то есть я, когда работал с приглашениями, у меня было 4 страницы, которые назывались «Руслан Смовзюк». И все 4, ну, были мои. Вот, поэтому тут так, просто разная целевая аудитория на них была. Вот. Из штучек. А вопрос, вот 4 страницы, основная причина блокировки — это именно вот приглашение в группу. То есть, с одного IP еще, причем я спалился. То есть мультиводство, по сути, как таково не наказывается, да? То есть, ну... Наказывается. Больше 3 страниц, если на одном IP рассекретили, да, спалили, то все. Даже, к примеру, если заметил проверка ВКонтакте, что у вас 3 страницы с одного IP вошли, вас не заблокировали, но стоит кому-то пожаловаться, активность, все, сразу же вы попадаете под все тяжкие и удаляют. Да. Вот в этих программе Wiki Inviter Plus, которую я назвал, там можно каждому аккаунту там прикрепить разный браузер. Там Chrome, там Opera. И получается, что вы с одной программы, с одного компьютера приглашаете там 10 аккаунтов, а в реальности картина для робота ВКонтакте, для систем мониторинга, что это разбросаны по всей Украине, с разных браузеров люди сидят. Режим невидимки ровно не. ВКонтакте, ну, невидимка это только для того, чтобы историю не видно было. И все. Это, к примеру, да, если вы сидите с чужого компьютера и не хотите, чтобы потом посмотрели историю, что где-то, ну, она не сохраняется. А такие серьезные ресурсы, как ВКонтакте, топ-22 в мире, это у них только причина, они могут быть отсутствовать, что у них кабель обрезали, и они стали недоступны на 5 часов. И все мировые сервера просто легли, и как, ну,
Внезапно, да. Ну зато в чем фишка, я понял одно. Вот как в прошлом году, когда у них посыпался сайт, начали пропадать группы, пропадать страницы, пропадать фотографии, все начало. Вот как, я думал, там Павел Дуров шутит, может, так и было. Вот. Они это объяснили, что по причине жары, ну, начала глючить система. Ну вот, на улице жарко, у нас здесь приятно. То есть сервера все стоят не на улице, не под солнцем, не под дождем. И вот такие абсурдные причины, отговорки, да, обрыв кабеля между дата-центрами. Ну, то есть я веду к тому, что если, к примеру, есть огромный сайт ВКонтакте, к примеру, в этом, который, ну, находится, ну, база вот в этом компьютере, и от него идет вот такой кабель, к примеру, дальше ко всему миру. И если бы это было так, ну, доступно, все бы ходили и друг другу резали эти кабеля, особенно топовым всем сайтам, то есть у всех бы был обрыв кабелей. Вот. Но люди верят в самую доступную версию, потому что если они технически начнут рассказывать какие-то там свои программерским языком, что произошло на самом деле, никто не поймет и не поверит, это будет отмазка. А если это будет обрыв кабеля, то это понятно всем. Абсолютно. Только нужна была причина, чтобы показать... Да, ну, то есть кабель оборвался, все, связи нет, ну, как... Да. Руслан, на самом деле вот колоссальная работа должна быть проделана, чтобы достичь хорошей прибыли. Да. Но если вдруг действительно следующая политика в контактах, ну, будут какие-то следующие фильтры или какие-то следующие действия, да, это в один прекрасный момент опять может рухнуть. Я к чему спрашиваю? Может быть, имейте собственный сайт, который со временем будет раскручен и будет давать прибыль, это более надежный подход? Да. Но я вас не отговариваю сейчас от сайта. Я вас веду к тому, что есть место, где сосредоточены миллионы людей, и вы можете получить доступ к этим миллионам людей бесплатно. Для того, чтобы ваш сайт увидели миллионы людей, вам нужно как минимум каждому по рублю, по гривне заплатить. То есть миллион людей, миллион гривен, и, пожалуйста, увидят. И то, клик может стоить 3 гривны, к примеру. Но это же не значит, что он у вас что-то купит. То есть есть понятие, да, цена лида, то есть когда вы привлекаете только, ну, лида, чтобы он посмотрел. А есть, точнее, не лида, а посетителя. Есть цена лида, это вот, к примеру, который какое-то целевое действие сделал. Поэтому на сайт с помощью контекстной рекламы, если это обычный сайт, как раньше были там куча меню, всего-всего, нет смысла приглашать людей. Есть смысл приглашать на посадочные страницы, типа своего рода landing page, так называемые, там, где есть, откуда сложно куда-то уйти, где ничего не уйдет, там есть только описание с визуальными картинками, и там формы заявки. Это также нужно делать, ну, к примеру, хороший лендинг-пейдж обойдется в 30 тысяч гривен, хорошая группа ВКонтакте обойдется в 1000 гривен. То есть это, ну, я имею в виду с дизайном, совсем с посадочками, ну, там, ну, 1000-2, там, в зависимости от того, можно и бесплатно самому сделать. То есть никто вас, ну, если вы сядете, то есть я вам к чему веду, что любой человек это может сделать сам. Сейчас есть YouTube, это, ну, лучше всех университетов, вы можете получать любое образование, любой навык, любую профессию с помощью YouTube. Всему можно учиться. Я вот к чему еще хотел вести пример, вот эту группу. У кого есть группы, кто занимается продажами? Пример интернет-магазина. Ну, чем мне нравится, сейчас, опять же, на дизайн не обращаю внимания, мне не нравится. Разработчику, ну, хозяину сайта нравится такой дизайн. Здесь есть мобильная версия и полная версия. Мобильная версия очень классно отображается на мобильном. Сейчас я вам покажу. Значит, захожу я в этого совенка. Опять же, совенок. Ну, непонятно, что за совенок. Это хозяину сайта понятно, что такое совенок. В общем, я попадаю вот в само меню, и здесь я выбираю мобильную версию. Очень классно адаптировано, нажимаю каталог, и вот, пожалуйста, как можно реализовать интернет-магазин. С помощью альбомов, фотоальбомов, где обложкой альбома ставится фотография, специально адаптированная, ну, увеличить не могу, увеличенная, ну, с названием. Нажимая на эту альбом, мы попадаем уже на сам товар. Но самое интересное, что описание, сейчас я покажу уже с ноутбука, чтобы было видно. К примеру, захожу в каталог. Вот эти альбомы с обложками. Это то, что я рекомендую. Называется блоки закрытия. Вот, смотрю я эти колечки, комплект. Я понимаю, что это комплект морской. Кольцо плюс серьги, тра-та-та-та-та, это стоит 649 рублей. Я могу заказать, написав, я могу заказать, позвонив. Очень часто у нас рекламируют свои товары и услуги подобным образом. Я не знаю, изменили, я когда делал аудит, мы обсуждали этот вариант. Ну вот, пожалуйста, рамка для вышивки крестиком, номер такая.
ну все, класс. Я хочу себе такую рамку. Ну. Сейчас вопрос, а сколько стоит? Напишите. Да, очень часто люди, некоторые пишут цена, там, ну, кто-то стесняется свой аккаунт вообще светить, ну и не это. Если же у меня здесь будет написано, что это стоит, что это такое-то, оно стоит столько-то, его можно заказать, написав нам или же позвонив. Кому-то удобнее звонить, кому-то удобнее писать. Кому-то мы думаем дорого, кому-то думаем дешево. Мы не можем расценить, насколько, ну, кому как. Кто-то смотрит, подумает, о, ничего себе, такое кольцо, наверное, там стоит 1005, ну, типа, постеснялся цену спросить. Смотрит, всего лишь 649 рублей, взял и заказал. Ну, то есть цену всегда нужно указывать. Если у вас есть товар, указывайте цену. Ну, в группе обязательно. Вот. И получается, есть перечисление, что это, а возможности заказать у меня нет. Возможно, я стесняюсь узнать цену. Постеснялся, ну, прикольная рамка, все. А если бы я увидел, что здесь написано, к примеру, рамка, это стоит 50 гривен, и я думаю, это всего лишь 50 гривен, я думал, она стоит 350 гривен, значит, я ее закажу за 50, потому что у меня есть картина, которую нарисовала моя жена, и я ее оформлю в эту рамку, она четко подойдет. Ну, еще и по психологии, чем проще, меньше треба действий зробить, тем больше шансов, что замовлять. Да. Да, да, все верно. То есть максимально нужно вот на блюдечке все преподнести, это называется... Вот это вот называется блок закрытия. Под любой фотографией должен быть блок закрытия. Вот, например, в моем случае я открываю свою группу. А его можно сделать, используя кнопки ВКонтакте? Или это нужно опять же прописывать через... Прописывать. Здесь, смотрите, вы нажимаете вот здесь снизу, и у вас выдается такая строка, где вы можете писать, писать, писать. Ой. Здесь ссылка как раз. Сейчас я гляну. Ну вот, я возьму, скопирую вот отсюда. Ну, может, Ctrl-Z сработало бы. Вот. В моем случае я веду уникальный дизайн группы, чтобы заказать, человек шел на переписку. Почему я не вставляю свой номер телефона? Потому что у меня на этой странице другой номер телефона привязан. Ну, так как это 12 или 13 по счету моя страница. И я не хочу светить, ну, дополнительный номер. Ну и очень часто моими заказчиками являются совсем с других стран. То есть там Новосибирск тот же, там еще, ну, то есть Украина, может быть, и не Украина. Можно, в принципе, мыло. То есть это элемент просто группы. Ну, вот свою группу, к примеру, я создал ей там 2 дня. То есть я вот пока что занимаюсь там наполнением, там примеры работ заливаю, там отзывы начинаю собирать, стягивать, ну, клиентов, которые у меня были. Потому что чувствуешь себя отключенным от мира, когда... Все клиенты, все люди, с которыми велось общение, они пропали. И кого-то нашел в скайпе, кого-то где-то через какую-то группу. Ну, то есть начинают стягиваться. Но суть в том, что если вы ведете коммерческую деятельность, ваша основная страница, она не должна уходить в бан. То есть если вы делаете рассылки, приглашения, еще куда-то, создавайте дополнительную страницу. Дополнительная страница удалилась, ушла в бан, ничего страшного. Главное, чтобы вы всегда были доступны. Очень некомфортно, из личного опыта говорю, когда, ну, вас просто взяли и удалили. И то есть, ну, чувствуешь себя, кто смотрел сериал «Черное зеркало», не знаю, современный, может, поймет, да? Вот когда там были Z... Бонусная серия, там, где Z-глаза у них были, и получается, там была такая возможность, когда можно было ставить человека в блокировку. К примеру, у меня с кем-то поссорился, я его ставлю в блокировку, и он меня не видит, у меня голограмма, и не слышит. Да, ну там разные, на час, на день, на год, на всю жизнь. Вот. И причем есть там такие были, ну, мы к этому, может, и придем, не знаю, сериал очень интересный, рекомендую. Но суть в том, что я, получается, почувствовал себя без своей воли отрезанным от мира. То есть, вот, ну, взяли и все, и удалили, то есть без моего ведома. Ну, к этому приходим, так как мы социально адаптированы. А это к чему? Каким выводом напрашивается? Что люди... Вот такие же, как мы с вами, они есть вот здесь, в этом же ресурсе ВКонтакте. И мне с вами, с каждым, намного легче и удобнее пообщаться будет вечером в переписке, чем договориться про встречу. И цикл сделки, к примеру, если у нас разный, ну, по времени растянутый цикл сделки, к примеру, он может, вот как у меня с клиентами, он может растянуться на 3 дня. Но это не означает, что нам 3 дня нужно с ними встречаться или за одну встречу ему все продать. То есть мы встретились, к примеру, мой цикл сделки, да, человек мне пишет, хочет заказать бесплатный аудит группы.
ну, вот я провожу полностью бесплатный аудит по дизайну, по наполнению, по вот всем-всем-всем нюансам, по блокам закрытия, по переходам, ну, в общем, максимально делаю аудит по статистике, сделаю сводку по целевой аудитории, то есть я ему проявляю свою экспертность, я показываю, что у него, какие есть нюансы, что можно улучшить, и показываю, что я это знаю, как сделать, что прежде всего, ну, я это делаю. Соответственно, очень часто люди, которые нуждаются в моих услугах, они заказывают эти услуги. Соответственно, цикл растягивается на долгое время. Вот, к примеру, там, вот это то, что вы видели, авто в Новосибирске, да, к примеру. Эта же женщина, она занимается массажами. Соответственно, следующая наша работа – это идет массаж. Дизайн по массажу. На выбор один из двух. Есть такой. С таким меню. Есть такой. Это макеты. То есть это макеты первичные, которые идут на, ну, на доработку. То есть, к примеру, она выбирает вот этот макет, и она говорит, я хочу, чтобы здесь было не процедуры, а как-то там по-другому она написала, ну, сегодня это за новое получу. Если же мы ориентируемся на живые продажи, то это гораздо сложнее делать. Так же самое, ну, особенно, вот особенно кто занимается продажей услуг, сайт ВКонтакте дает эту реализацию. Почему на данный момент я не рассматриваю Facebook? В Фейсбуке у меня было две страницы. Обе попадали в бан. Там Фейсбук классно так устроен, ты когда только регистрируешься, ты хоть 500 человек можешь пригласить, но тебе не говорят, что на следующий день ты уходишь в бан, если ты слишком много приглашений рассылаешь. И чтобы выйти из бана в Фейсбуке, кто пробовал, там такая ситуация. Тебе в течение там, каких-то 2-3 минут выдают порядка 10, да не, не 10, там порядка 20, наверное, 5. Вот так вот... людей, да, причем не просто аватарки, а из альбомов, где-то там же идет распознавание лица, где-то, к примеру, 35 человек шашлыки жарят. И, значит, ваш герой вот так вот просто вырезано вот так вот лицо и написано, это Николай такой-то, это там Степан такой-то, это такой-то или это такой-то. И вот так вот нужно угадать 25 раз. И если вы долго ищете, к примеру, с другого ноутбука, гуглите, ну, в смысле этого ищете, то там, к примеру, типа, ваше время истекло, следующая попытка через 25 минут. Типа, зайдите позже. Одну страницу я с бана не вытяну, вторую страницу я с третьей попытки вытяну. У меня было там, слава богу, немного друзей, и с моим слепым набором быстрого я сидел, и с третьего раза я умудрился вытянуть. Это дало мне понимание того, что мультиаккаунтство не получится в Фейсбуке вообще. Вообще не прокатит. То есть на одного человека один аккаунт. Контакт сам разрешает это делать. То есть если бы Контакт хотел, чтобы у нас был на одного человека один аккаунт, он бы это сделал. Потому что учитывая те, ну, скажем так, недетские материалы, которые в открытом доступе ВКонтакте, они это поощряют. То есть они не удаляют эти группы. Но они удаляют, когда вы приглашаете с трех аккаунтов в свою группу с одного IP. То есть, значит, нужно понимать, что им не выгодно, где они привлекают аудиторию, а где они наказывают, чтобы вы платили денежку. Да. Ну, LinkedIn, в общем, я его не пробовал, потому что это больше, ну, профессиональный ресурс для фрилансеров, для, скажем, аутсорсинговых компаний хорошо работает. Ну, то есть он для бизнеса развития, он подходит, если вы персонал ищете себе, кадры подбираете. А вот Google Plus хорош для YouTube. То есть у меня вот массово подписчики на YouTube я получаю с Google Plus. К примеру, я создаю. В Google Plus очень классно легко создавать, развивать группы. Их легко наполнять. Причем, чем мне... Ну, это не мой ноутбук, долго будет. Сейчас буду входить долго. Суть какова, что в Google Plus формируются круги. В каждый круг я рекомендую не больше 500 человек, потому что, когда вы приглашаете в группу, если ВКонтакте мы персонально каждому высылаем, причем тот, кто запретил, оно сразу же нам не показывает, то там мы выбираем круг 500 человек, пригласить, и всем 500 отослалось приглашение. А лимит 5000 человек на один аккаунт в Фейсбуке. У меня 4 аккаунта в Фейсбуке, ну, порядка 15 тысяч друзей есть. Соответственно, к примеру, если я хочу свое видео там что-то прорекламировать, я выкладываю в группу, захожу с каждого аккаунта и нажимаю «Поделиться друзьям». То есть я могу за один клик, к примеру, у меня 5 тысяч друзей, я вставляю все 5 тысяч в друзей и еще ставлю «Друзья друзей», и еще ставлю «Расширенные круги друзей друзей», нажимаю «Поделиться», и много, да, и Обама увидел мои видео. Ну, то есть, и всем приходит уведомление. Ну, если они, к примеру, не отписались от меня, чтобы не получать от меня уведомления. Вот. И еще такой нюанс, что все, кто вот вы пришли, у кого есть группы, можете ну, присылать мне ссылки, я вам сделаю бесплатный аудит, я вам расскажу, как ее улучшить, эту группу, как
помочь развивать. По статистике страницы можно чуть-чуть там, на что обращать внимание, как со статистикой работать страницы, вот если. Ну, аккаунта в смысле? Ну, имеется в виду, вот группа есть. Вот группа, как смотреть за ее развитием, на что обращать внимание, ну и так далее. А, понял. Ну, прежде всего, пока вы сказали статистика, аккаунт каждый должен быть заполнен на 100%, чтобы здесь не было недозаполненного аккаунта. Чем меньше заполнен аккаунт, тем больше подозрения ВКонтакте он вызывает при нажимании, что это спам. Дальше, следующее. Когда вы заходите в группу, у вас, как у администратора, есть доступ к статистике сообщества. Вот, что мы видим? Первый график. Проанализируем. Вот это уникальные посетители, то есть люди, которые, ну, в общем, сегодня 135 человек зашли в мою группу. То есть если один человек 5 раз зашел, он все равно считается как один уникальный посетитель. На 135 человек 483 просмотра. То есть я так предположу, что в среднем около 4 страниц, около 4 действий один человек сделал. Могло быть так, что один 15 действий сделал, другой 0. Статистика в среднем берется. Дальше целевая аудитория. Здесь идет разброс по целевой, к примеру, за неделю, за месяц мы можем смотреть. Сейчас я вам рекомендую не обращать на мою статистику внимания, потому что у меня, ну, приглашаются участники в группу не при помощи тех сервисов, которые показывают. Этот сервис я вам показывать не буду, потому что я его долго искал, и я за него беру деньги. Но суть в том, что приглашаются живые люди, просто что много до 18 не моей целевой аудитории. Ну, ничего. Мне все равно это не так важно. Поэтому мы здесь и видим, что у меня здесь очень... Ну, у меня группа такая, которая покрывает и не только Украину. Вот. Очень важен, опять же, понимать, что если вы рассчитываете на Черкассы, а у вас в покрытии там Россия, Украина и другие города, значит, что-то в вашей стратегии не так. Вы просто тратите много времени и сил на рекламу в других сообществах. Ой, в смысле, на привлечение другой целевой аудитории. Поэтому вам вот здесь нужно отслеживать, какие города вам интересны. Потом, из важных показателей вот это. Просмотры с компьютеров 64, с мобильных 35. Это означает, что если вы графическое меню делаете, то вам, если у вас 50 на 50, к примеру, то вам нужно адаптировать меню под мобильный. Если на мобильном все поплывет, показываю яркий пример на своей группе. К примеру. Вот я захожу в свою группу, я открываю меню. Вот у меня адаптировано меню под мобильный. Ну, здесь оно, скажем, полностью адаптировано, практически полностью, на 90%. Захожу в услуги, блоки переходов работают, страница в стиле лендинга работает, все. Нажимаю цены, пожалуйста, перехожу на цены, то есть, ну, ничего не плывет. Если же страница не адаптирована, оно будет вот так вот кусочками, кто куда где. Вот. Это стоит учитывать при разработке именно вот этот показатель, если вы занимаетесь дизайном группы. Почему я всем рекомендую делать свою группу вот такой? Потому что, ну, такая сейчас тенденция. Вот такие группы, тренд такой, да. Вот такие группы, они уже неинтересны становятся. И их сложнее, я вам скажу, развивать. Вот свою услугу здесь описать сложно. Вот выставлены посты, вышел новый пост. О, пожалуйста, 19 лайков. Собачек еще нет? Еще, а, уже есть собачка. Вот, накрутил. То есть, ну, здесь сложно описать свою услугу. Ваша услуга все время теряется, постоянно будет теряться. Здесь она не потеряется, потому что здесь она описана как в отдельном сайте. Потом дальше. Вот это очень важно. Смотрим. Источники переходов. Вот это дает понимание анализа, как люди встречаются с вашей группой. И вот, пожалуйста, моя группа уже проиндексировалась поисковиком, и результаты поиска, то есть в мою группу из поиска ВКонтакте, который я вам показывал, заходит 30, за все время зашло 32 человека. Ну, это связано с тем методом накрутки, которым я пользуюсь. Он идет через поиск, типа, чтобы имитировать живую поведение. Но тем не менее, то есть когда вы проводите определенную... Давайте так. Я на примере группы, которая действительно работает. Дизайн будет бомба скоро, очень скоро. Вот статистика сообщества. Это, ну, это вот реальная статистика, которую можно вот посмотреть. Вот это. 136 уникальных посетителей и 654 просмотра. Это вирусный контент называется. Это был видеоролик, у которого было около 50 тысяч просмотров. Нет, около 500 тысяч просмотров только ВКонтакте. Вот.
Поэтому есть вероятность большая того, что именно этот ролик вызовет большое внимание аудитории к этой группе. Если мы просмотрим количество вступивших в группу, то именно в этот день будет проявлена активность. Дальше. Вот по, значит, ну, опять же, это группа черкасская. Вот мы смотрим, что 74% трафика плюс еще, скажем, ну, в общем, 75,5, 80% посетителей идут с контакта. Ой, из Черкас. То есть в целом 80% на 20. По правилу Парето подходит вообще классно. Дальше там нераспознанных 14%. Возможно, здесь тоже находятся черкасы. То есть, в принципе, со стратегией хорошо. Дальше вот, вот это вот. Смотрим, как нашу группу находят. Нашу группу находят через поисковые системы. Google, Яндекс, Mail.ru, Rambler и другие. 8,8%. То есть это означает, что наша группа выполняет функцию сайта. То есть 9% трафика мы получаем из поисковых систем. Потом, прямые ссылки – это, к примеру, ну, мы где-то размещаем ссылки свои в пост, где-то под обложку, там, под картинку какую-то еще где-то. Вот. Результат поиска ВКонтакте – 2%. У каждого будет этот разный процент. Но вот эти два показателя, поисковые системы, здесь видно хорошо, да? На поисковые системы и на результат поиска ВКонтакте мы влияем нашими ключевыми словами, нашим названием группы. И есть еще предположение, ну, статус входит, что описание группы каким-то образом может влиять на поисковые системы. То есть поэтому даже если у нас находится графический баннер и описание группы не отображается, для роботов Гугла стоит прописать. Да, смотрите, новостные новости. То есть это означает, что вот это посты, выходят посты. Соответственно, это люди, которые, увидев этот пост в новостной ленте, кликают и переходят в группу. Таких у нас 7%. Давайте, чтобы за неделю мы посмотрим реальную статистику. За эту неделю почти 6% из новостной ленты попало в группу. Это означает, что если посты будут выходить с определенным интервалом, этот процент будет увеличиваться. Ну, не стоит, опять же, сильно спамить. Я рекомендую каждые 4 часа. То есть это оптимально. Есть группы, которые там типа стать миллионером, где... Какое время самое эффективное? Вечером, утром? Или для каждого поста по-разному? Вот многие говорят, там... АБ-тест. Эффективность там высокая, там с 6 там, до 9 вечера, да? Когда больше... Опять же, зависит от вашей целевой аудитории. Если ваша целевая аудитория, она сидит на работе в рабочее время, к примеру, и там они в налоговой все сидят ВКонтакте, то значит в рабочее время надо их этот. А вечером они с семьей, они уже не сидят ВКонтакте. А есть другие, если, к примеру, у вас программисты там или еще кто-то, они вечером могут активность проявлять. Есть такие, которые ночью сидят. Ночью это вообще многие недооценивают и не делают посты ночью. А ночью это означает, что в новостной ленте, вот это новостная лента, что в новостной ленте люди спят и ваши посты дольше держатся в топе. Вот. Внешние сайты, это могут быть YouTube канал, это могут быть Facebook, это, ну, вообще любая ссылка распространяется где угодно. Вот. Поисковые системы, страницы пользователей. Страницы пользователей — это кто-то сделал себе репост. Я захожу на страницу, к примеру, больше всего дает клиентов репутации, если оно хорошо запущено. Вот это принцип здесь работает. Пожалуйста, здесь видеозаписи смотрят на сегодняшний день, фотоальбомы и аудиозаписи. Нет обсуждений. Сейчас вот запускается тема с обсуждениями. Обсуждения там, я думаю, они выйдут на первое место по просмотрам. Это значит, такая вот, это посещаемость группы. Следующий – это охват реальный, то есть кого вы покрываете. А покрывается следующим образом. Покрывается сегодня, покрыто 190 подписчиков группы, увидели, столкнулись с этой группой, и 291 просмотр. Помните, я говорил вам про вирусный ролик? Да что ж такое? Сейчас. Во. Вот, пожалуйста, вот этот вирусный ролик, он за один день покрыл, благодаря нему было покрыто 1563 человека. То есть это полный охват людей. Это не просмотры, это люди. То есть 494 из группы было покрыто, и 1563 было покрыто всего. Это означает, что вот эти люди из группы могли делать себе репосты, и друзья друзей, друзей друзей видели, смотрели этот ролик. И видели, что это от имени этой группы. Реальное покрытие целевой аудитории и реальное покрытие, возьмем за неделю, реальное покрытие, то есть покрывается на 72-73% черкасы. Вот.
очень важно, то, что вот я очень хотел, допустим, да, мы влияем на новостную ленту. Вот моя группа, к примеру. И очень важно, чтобы здесь выходили посты. Вот у меня стоит каждые 4 часа пост, запрограммирован. Вот как раз вот это, вот минуту назад вышел последний пост, и мне нужно запрограммировать дальше стену. Я заинтересован в вирусном контенте, ну то есть в таких популярных роликах. Есть такой ресурс, он называется SMM Box, их много разных. SMM Box. Для меня он бесплатный, потому что я разместил свою реферальную ссылку на YouTube-канале, у меня видео идут популярные, как развивать сообщество. Здесь 7 дней дается бесплатных, дальше идет платное. На моем прошлом аккаунте у меня уже был год бесплатного пользования, потому что за каждого зарегистрированного пользователя дается плюс 2 дня. Вот этот я зарегистрировал пару дней, было 7, сейчас 32. Но эта цифра растет и, я надеюсь, будет расти. Плюс у меня на прошлом аккаунте, который был на 10 тысяч друзей и раскручивалась при помощи видео эта ссылка, у меня я выводил уже 860 рублей с этого ресурса. Потому что 20% они пополняют счет и мне капает. Ну, суть не в этом, я рассказываю все возможности. Здесь я могу добавлять интересующие меня группы. К примеру, я ВКонтакте. В поиске нашел все группы, ну, те группы, которые интересуют меня по тематике, то есть чьи посты, ну, их посты подходят мне. Я эти группы сформировал в список. Список я назвал «Дизайн групп ВКонтакте». У меня здесь находится 7 групп. Вот, 7 групп в этом. И из этих 7 групп я по лайкам, к примеру, сейчас по лайкам нажимаю «Не делать посты, которые я уже попостил и делали пользователи», выбирается самые лайковые, то есть там 149 лайков, 73 репоста. То есть я выбираю уже самые популярные, к примеру. И я хочу себе, ну я с этой страницы возьму чуть подальше, какой-то пост, к примеру, запрограммировать. Но опять же, я выбираю эти посты. Ну пусть будет, нет, ладно, это неинтересный мне пост. Твиттер. Хорошо. 19 способов раскрутки интернет-магазина. Я нажимаю «Опубликовать у себя». Вот стоит моя группа. Можно добавить много групп. Можно собрать много разных интересов. Можно добавить здесь свои еще картинки, видеозаписи, аудиозаписи. Можно поправить вот этот весь текст. К примеру, если здесь реклама другого сообщества идет, можно ее удалить. Не бойтесь. Сейчас все сообщества делают так, ну, вручную никто посты уже не программирует. Программируют только продающие посты ваши личные. А вот эти контент развлекательный, полезный, его программируют так. Я добавляю таймер, и значит, сегодня 11, значит, 8 часов, пусть в 23:30 выйдет этот пост, я нажимаю «Опубликовать этот пост 11 августа». И мы здесь видим, что у меня есть одна отложенная запись. Отложенная запись, которая публикуется сегодня в 23:30. Таким образом, я могу на неделю, на месяц вперед запрограммировать себе стену. И это означает, что я в новостной ленте периодически буду мелькать, моя группа будет всплывать у моих подписчиков, когда они будут заходить. Мальчики редко сидят, девочки, скажу, очень часто могут просто вот так сидеть. В группах. А, стоп, на страницах тоже можно. Смотрите, к примеру, следующий пост – это вирусное видео или вирусный дизайн. И я нажимаю, я выбираю здесь на моей странице. Могу опубликовать на своей странице. Скажу сразу, моя статистика из аккаунта, у которого было 9700 друзей и еще 350 подписчиков, ну, скажем, 10 тысяч друзей, я брал статистику, у каждой страницы можно посмотреть статистику, как в группе, как я показывал, только при условии, когда у вас здесь будет 100 человек на вас подписаны. Их можно накрутить. И тогда вам вот здесь появится кнопочка «Статистика» снизу. И там я смотрел статистику. У меня в день мою страницу на 10 тысяч друзей посещало 25 человек. Мою группу на 1700 друзей посещало 500 человек, 390 человек. То есть это приводит меня к пониманию того, что вот моя группа даже на 107 человек, я нажимаю «Статистику», и я вижу уже здесь цифры как бы побольше. И чем из 10 тысяч друзей. Это дает понимание, что основным местом продвижения товара, услуги является группа, а не ваша страница. Как бы это, возможно, круто звучало или не звучало, но страница не может покрыть столько людей, как покрывает группа. В группе вы еще можете добавить ссылки,
Видео, опять же, все видео должны содержать блоки закрытия. С приглашением, накруткой, мы можем по 30 человек приглашать в день на свою страницу, из них 5 будет добавляться или 3. Так мы будем развивать страницу до 500 человек полгода. И потом из этих 500, в силу того, что ограничили приглашение там больше половины, мы сможем пригласить только 200 и вступит в группу в 100. Через полгода у нас будет 100 настоящих живых друзей в группе. То есть эффективнее было бы просто с каждым встретиться и попробовать что-то продать ему лично. Я вам показываю методы, какие можно использовать на данный момент автоматизированные, вот, которые действительно работают. И накручивать, опять же, накручивать сообщество, нужно понимать, что мы накручиваем его не с целью удовлетворить свое самолюбие и показать, какая, смотрите, у меня крутая группа. Ну, у кого-то может быть такая цель на самом деле. А мы накручиваем его, допустим, в том ключе, в котором я сейчас рассказываю, с целью, чтобы в момент поиска ВКонтакте или в момент поиска Google или Яндекс оно у нас выдавалось в топе. Чтобы мы не платили деньги SEO-шнику, который продвигает сайт, чтобы он по ключевым словам за 1 000 000 гривен нам выводил его в топ первой страницы Google. Потому что контакт выведет нас так в топ. Только по двум причинам. Если у нас ключевые слова в названии группы, если уже у нас количество подписчиков больше, чем у наших конкурентов. Контакт занимает топ-22 посещаемости всего мира. Лучше другого сайта, я не знаю, Facebook. Топ-2. Facebook лучше. Вообще три кита, чтобы вы понимали. Это первый Google, второй Facebook, третий YouTube. Google вообще инструменты Google. Сейчас модно, что там. Давайте я, кому интересно, я посмотрю, у меня мой ноутбук, там Alexa подключена, скажем, я посмотрю, на каком месте находится Instagram. А это чей сервис? Я не знаю. Смотрите, у меня есть пост такой, вот я недавно, как появился Instagram. Учился по ночам после работы, создал HTML, тра-та-та-та-та. Майк. Специфический сервис, там особо ничего не напишешь, в основном все. Инстаграм классно, Инстаграм тоже накручивается, Инстаграм раскручивается. Можете мне дать денег, и я вам накручу сколько угодно подписчиков в Инстаграм. И просмотры, и лайки могу накрутить. Вы как раз настали уже больше всего накручивать. Я, кстати, Инстаграм не накручу, но я могу за деньги все что угодно накрутить. Просто я вам говорю к тому, что любой социальный ресурс накручивается. То есть, чтобы вы не думали, что случайно есть человек, у которого в друзьях 100 друзей, а на него подписаны 30 тысяч. Типа, он такой популярный, чем же он достиг своей популярности? Ну, Мадонна может быть. Я веду, к примеру, из какого-то Якутска или Красноярска человека такого. То есть, четкий паса, кстати, они поймали бренд удачной фотографии. Это, ну, вот это... Это социальный такой, ну это не социальный лифт, это такой, как же его назвать? Четкого паца. Четкого паца в кепке с классным выражением улыбки. Да. И что еще хотел сказать? То есть в целом мы можем, если у вас есть такие желающие, если у нас наберется, к примеру, группа, мы можем от 3 человек уже в этой конференц-руме проводить встречи. Вот, можем встречаться индивидуально. То есть я также провожу обучение, я обучаю людей, как это все делать самому, как научиться администрировать группу, как вести группу, на какие параметры обращать внимание. Очень много я вам сегодня рассказал. Зачем вам это? Зарабатываю деньги я так. Час 100 гривен. Час 100 гривен. Если, к примеру, собирается 3 человека, мы за 50 гривен арендуем аудиторию, ну, по 50 человека тогда час будет, получается, таким образом. То есть... Выгодно. 5 человек, к примеру, то есть я не борзею в плане с каждого по 100 человека, по 100 гривен с человека. То есть соберется 5 человек, то есть оплачиваем аренду и час 100 гривен. Хорошо, а если заказать у вас услуги полностью, создать такую группу и раскрутить, то есть раскрутка, сколько это приблизительно стоит? Давайте я вам, моя группа называется «Дизайн и оформление групп ВКонтакте». И вот здесь, чем удобно, опять же, меню, вы заходите в цены, здесь есть дизайн, полностью расписан прайс по дизайну, здесь есть ведение группы, это вот посты, это голосование, проведение, это администрирование, все-все-все. Здесь есть создание группы с нуля, пакет со скидкой, и здесь есть дополнительные услуги. Я вплоть до того, допустим, чтобы вы понимали, вот эта вот группа, которая по аренде авто в Новосибирске, допустим, вообще ТЗ делает заказчик, техническое задание. В данном случае ТЗ делал я.
она мне за это платила. Так как я в автомобильной, ну, в массаже я не разбираюсь. В автомобильной тематике я разбираюсь. Моих познаний было, ну, достаточно, чтобы это сделать. Также моих познаний было достаточно, чтобы сделать вот эти вот еще 4. Сдать авто в аренду, условия аренды и выкуп авто. Страницы бомба получились, я их еще не успел установить. Потому что заказчица только сегодня вечером в момент семинара написала, что она вернулась из отпуска. Вот. А так как мои страницы поудаляли, то моя вновь созданная страница, она еще не является администратором. Она является администратором сообщества уже, потому что она, скорее всего, каким-то странным образом меня сделала администратором. Да, точно. И я могу теперь заходить в меню и могу редактировать меню. Вот. Ну, а есть опыт ведения как чужих созданных страниц, так и своих полностью с нуля? Ну, у меня изначально опыт сначала был на своих, а потом на чужих. То есть я вообще такой человек, который иду через все самые, скажем, через ошибки все прохожу. То есть у меня вот реально, мне так повезло, что я весь опыт через свои ошибки. И очень-очень мне повезло с вот этими блокировками, новыми фильтрами ВКонтакте, потому что 6 числа удалили все мои группы, удалили мои страницы, по той услуге, за которую мне 6 числа двое заказчиков хотели заплатить деньги. Ну, одни заплатили, не прочитали мою смс-ку, я им потом вернул эти деньги назад. Другим я написал, что не платите деньги, такой опции уже больше нет. Но самое хорошо в чем что, что если бы я начал их группы развивать по старой схеме, они бы потеряли группы в 10 тысяч друзей и потеряли бы свои страницы, то есть они бы лишились бизнеса. Суть я веду к чему, что иногда проходить ошибки на собственном опыте очень полезно. Поэтому то, что я точно знаю, не работает, я это не делаю другим. Вот. Плюс пересмотрел я стратегию своей работы. Я делаю сейчас только ту работу, которая, ну, за которую человек не получит бан. То есть, к примеру, за дизайн группы человек не получит бан, за администрирование группы человек не получит бан. То есть он может получить бан только за рассылку приглашений, за спам. От этого мне пришлось отказаться, хотя это и есть, ну, и был для меня как основной пассивный доход. Потому что я программировал группу, ну, определенную программу, она все делала автоматически, я только, скажем так, занимался технической реализации этого всего. Потому что те люди, которые столкнулись с ручными приглашениями, они понимают, что, к примеру, гораздо проще заплатить 5 гривен за один аккаунт в день, чтобы он, к примеру, пригласил друзей в друзья и пригласил друзей в группу, чем потратить час 40 времени на это вручную с одного аккаунта. А если у него 12 аккаунтов, то он, пожалуйста, заплатил 100 гривен, но у него 12 аккаунтов сделало работу, которую за день один человек физически не сделает вообще. Вот. Но это прикрыли. То есть реально взяли и прикрыли. Прикрыли для заработка, ну, так оно делается. Модель контакта, ну, вообще, вот, социальной сети ВКонтакте, она отображает модель государства, вот, нашего и России примерно, где есть налоговая, где есть служба безопасности, где есть свое внутреннее государство, которое действует в интересах своих, ну, то есть интересы пользователей всегда расходятся. Вопрос, вот инструмент контакта пользовался, той же там рекламой и там прочим, то есть, ну, вот, насколько она эффективна? Для себя не пользовался, с клиентами пользовался. Ну вот, эффективность, я говорю, к примеру, по бижутерии стоимость одного подписчика 7 рублей. Uh-huh. Если делать рекламу в других сообществах, 3 рубля. Невыгодно. Вот. Выгодно, может быть, опять же, пользовался, опять же, скажем так, мой клиент, который занимается, он оказывает услуги, ну, то есть он делает вещи. Вещи на заказ, handmade своего рода. У него работает лучше тоже реклама в других группах, потому что он находит тематические группы, он выкладывает пост, он платит 1500 рублей и за вечер активно сидит, переписывается, зарабатывает 100-200 долларов, к примеру. Ну, предоплаты, понятно, что он там месяц делает заказ, но тем не менее это отбивается.